Лен, вы организатор. Да, все отлично. Так, мы вернулись, все хорошо. Так, я еще попрошу всех, друзья, просто мы не выключаем микрофоны, потому что это самое. Посмотрите все, кто слева у вас включен микрофон. Татьяна. Так, мой микрофон включен. Татьяна, Дмитрий Осипов. Друзья, извините, что я называю вас вслух, но просто Наталья, Татьяна, еще раз. Просто повыключайте слева микрофоны, да? И следите. Гульнара. Очень рады вас видеть. Спасибо, да, зашла. Ну все, Леночка, Так, извините. выключаю тоже микрофон. Ага. Да, я просто жду, когда мне трансляцию экрана все-таки разрешат, чтобы я, потому что подготовила несколько слайдов, мне написали тему, да, то есть как с врачами мы работаем, как мы работаем с Нутрилайтом, вот, и хотелось бы Я прям... передала тебе права, Да, смотри. все. Так, сейчас смотрю. Так, пока не появилось. Так, пока не вижу. Чтобы мне просто. Так, вот. Ты организатор, все написано. Да, только у меня не появляется почему-то Я поделиться. думаю, что ты пока организатор. Вижу организатора Life Academy, Анджела. Ну, у меня А, нет, организатор. нет, Лена Рудько, хост. Вот, все, Леночка, все, ты есть, ты хост. Так. Пока не вижу, у меня почему-то не появляется поделиться экраном. Так. Обычно сразу вылазит. Ну, сейчас вылезет, наверное. Да. Всегда есть разные вызовы. Все появилось. Так, смотрите. Да. Так, экран, все, подключаю, все отлично. Все. Все, появился, да, экран. Да, отлично. Так, все. Замечательно. Так, смотрите, я немножко хочу рассказать вообще вот как, ну, лично в моей команде, в нашей группе мы начали развивать вообще направление вот wellness-индустрии с витаминами, да, то есть вообще, чтобы, ну, когда это понимание к нам пришло и как мы это сейчас делаем, потому что вот, ну, сразу хочу сказать, да, я там сейчас статистику запрашивала там тоже через спонсорскую линию, у нас вот в нашей команде, в моей группе у нас около 70% товарооборот делается на Нутрилайте. Вот. И как бы я, в принципе, это прям вот была моя задача, цель, чтобы бизнес вышел вот на такой процент высокий, потому что я понимаю, что работа с Нутрилайтом – это самое стабильное вообще направление, которое сейчас есть, потому что если человек там приходит за бытовой химией, он ее купил, и через год только он вернулся. Если он пришел за косметикой, он тоже купил там через полгода, там через год вернулся. Вот там, ну, фильтр вообще там один раз только купил, и там один раз в год картридж поменял. Вот. А направление вот именно с работы с Нутрилайтом, это то, что люди покупают каждый месяц, и это то, что, в принципе, ну, на протяжении всей жизни, как мы уже видим это в разных странах, на примере наших лидеров там большого уровня. Вот. И вот такой слайд вам сейчас вывела.
глобальный рынок wellness, да, то есть это, в принципе, мировая тенденция, то, что сейчас направление, вот после, там, благодаря ковиду, так скажем, да, то есть после того, как у нас был локдаун, люди все, в принципе, начали думать о том, что надо заниматься здоровьем, надо что-то делать, и направление, там, профилактики, оно вышло на первый вот план. То есть люди начали вообще нормально относиться к витаминам, потому что до вот даже до пандемии все равно было, ну как бы по крайней мере вот в нашей стране, да, то есть ну, не было такого: о, круто, витамины, давайте там все. То есть люди вообще не понимали, зачем пить витамины. А сейчас, когда вот прошла такая волна и очень большое количество людей, они просто начали это воспринимать как норму. Вот, поэтому вот у нас, я вам тоже несколько слайдов таких поставила. То есть вот если брать вот страны, да, там Европы, страны там Азии, Америки, у них есть такие магазины, в которых люди приходят просто, и они могут покупать вообще разные бренды разных именно витаминов. То есть вот такого формата магазины у нас, в принципе, в наших странах, да, то есть вот в странах Центральной Азии, там, в России, да, то есть вообще таких магазинов у нас пока нет. У нас есть аптеки. Вот, и сейчас wellness-индустрия, вот тоже у нас статистика там уже проведена, что wellness-индустрия, она уже в 3 раза превзошла по оборотам именно медикаментов. И вот такие магазины, они, это, знаете, как наше будущее. То есть нам нужно понимать просто, что нужно в этом направлении двигаться, и будет, ну, хороший результат, хорошие деньги. Вот я хочу показать тоже на примере Малайзии. То есть это, если вы посмотрите топ-10 рынков компании Amway, то одна из них будет Малайзия. И вот я специально сделала скриншот, фотографию карты, чтобы вот просто вы сравнили по масштабам, по вообще там населенности, да, то есть вот Малайзия, видите, маленький такой там красненький, вот обведены, вот где Индонезия, да, там Таиланд, и вот красненьким обведено Малайзия. То есть это малюсенькая страна вообще, но в Малайзии на сегодняшний момент у них больше 1000 бриллиантов. То есть я сейчас, ну, прям вот перед нашей встречей я посмотрела, население Малайзии 33 миллиона. То есть в этой маленькой стране живет 33 миллиона. Если брать, вот у нас сейчас рынок Центральной Азии, да, то есть вот я там посмотрела по населению Центральной Азии, России, как бы это вот наши рынки, если просто по количеству людей, там 250 миллионов у нас находится людей, это, ну, там почти в 7 раз больше, чем в Малайзии. То есть, друзья, у нас может быть 7 миллионов, о, это 7 тысяч бриллиантов в наших странах. И я понимаю, что у нас еще просто бизнес даже не начался. Вот, ну, то, что мы там работали уже какое-то количество времени, то, что мы сейчас строим, вот мы просто, знаете, как бы мы сейчас встали на те рельсы, которые приведут нас просто к огромному успеху. Будет очень много людей богатых благодаря этому направлению. И вот я несколько слайдов хочу привести просто из презентации Малайзии. Здесь будет на английском, но я просто немножко скажу. Вот у них тоже несколько лет назад они начали вот развивать направление wellness-индустрии, и сейчас у них вот такой рост бешеный просто, что у них там больше 1000 бриллиантов стало. Вот смотрите, то есть у них как бы основные проблемы по здоровью населения, да, то есть это, ну, там больше 40% это высокое давление, там сахарный диабет и проблемы с холестерином. То есть вот просто, ну, проблемы, которые точно такие же, как у нас в нашей стране, да, то есть в наших странах. И вот у них просто программа, которая вообще самая главная, это программа «Здоровый кишечник». И вот здесь вот, ну, вопрос такой написан, да, то есть почему здоровый кишечник? И здесь, ну, просто там на английском тоже разъясняют, что вот если кишечник будет здоровый, то у тебя будет там то лучше, это лучше. И там вот в зелененьком квадратике написано, что на 90% снизится смертность, если человек будет следить за, ну, за своим, если вообще население будет думать и заниматься тем, чтобы профилактировать свой кишечник. 90% снижения смертности благодаря вот улучшению кишечника. И у них создано движение. Вот движение здоровья, у них прям называется Health Warriors, это воин здоровья. То есть они вообще-то воюют за здоровье, да, то есть на уровне даже государства. Вот, и у них есть точно такие же там наборы, ну, как бы похожие, да, то есть как у нас,
по витаминам, минеральным комплексам, но вот главное вот этот слайд, который хочу показать, да, то есть это программа, которую они людям предлагают как оздоровительный путь. То есть они приходят, они человеку рассказывают, что у них есть профилактические программы там с оздоровительным эффектом, что у них есть возможность там пройти вот в 60 дней у них сама программа идет, и они сдают, вот видите, здесь первый нулевой день сдаем анализ крови. Потом покупается продуктовый продукт Nutrilite, который помогает оздоравливать и восстанавливать кишечник. Потом идет сама программа, где включены физическая активность, правильное питание, плюс витамины, и потом сдается анализ крови после, и получается хороший результат. Вот на этом они строят просто огромный бизнес. И вот то же самое, то, что у нас сейчас уже наша спонсорская линия, да, то есть я знаю, что у Тараса с Ириной точно такая же, там есть платформа со оздоровительными программами, да, то есть и наша задача какая, нам нужно сделать так, чтобы это было очень привлекательно, и чтобы это было, ну, очень, ну, как бы высокого уровня. То есть наши предложения, у нас номер один витамины. Это уже просто вот, ну, уже доказано. То есть вот если вы еще там новый человек, я вам рекомендую просто изучить вообще, что такое Nutrilite. У нас есть книги по этому поводу, да, то есть история Nutrilite есть и революция оптимального здоровья, где расписаны полностью там все исследования по нутрилайтам, то есть вот по нутрилайту, просто для того, чтобы у вас была убежденность, что вы с лучшим продуктом на сегодняшний момент работаете. Вот. И то же самое, вот я хочу вам рассказать, то есть меня попросили как бы, ну, просто объяснить, как мы работаем с врачами, как мы вообще вышли на врачей, да, то есть я вот расскажу сначала там первую, вторую встречу, вот то, что я делаю каждый день, то, что я встречаюсь, и в принципе это не важно, врач это или это там, не знаю, любой другой профессии человек, без разницы, то есть я работаю стандартно как бы, по одинаковой схеме, вот вам сейчас на экран вывела прям 7 пунктов, о чем я говорю на первой встрече. Вот когда я встречаюсь с человеком, или это в Zoom, или это ну, как бы в офлайн встреча, да, то есть первое, я рассказываю о движении здоровья. Вот, в принципе, то, что я вам сейчас показала там на примере Малайзии, я рассказываю просто, что у нас есть сейчас движение в России, что мы занимаемся, как бы у нас, ну, это на уровне государства уже, да, то есть как бы президентская программа оздоровления нации. Мы как бы сейчас развиваем оздоровительную платформу, то есть рассказываю о том, что у нас есть платформа с разными программами, я показываю, что у нас есть врачи, которые с нами сотрудничают уже, то есть я просто показываю именно уже созданное вот это движение для того, чтобы человек мог подключиться к этому движению, потому что сейчас время такое, да, то есть люди хотят, ну, куда-то подключаться к какому-то сообществу, и наше сообщество, оно, ну, лучше не придумать, потому что у нас здесь есть и здоровье, и деньги, и свобода, и просто вот, ну, реально, как бы, это очень привлекательный бизнес сейчас стал. Вот, и первое, я рассказываю вот о нашем движении здоровья, а потом я рассказываю о том, что мы сотрудничаем с брендом Nutrilite, что наши программы оздоровительного характера, да, то есть, но мы не лечим, мы профилактируем, и наша цель, как бы, оздоровление человека именно через профилактику, и бренд Nutrilite – это бренд номер один в мире, я прям много слайдов тоже показываю. Бренд с замкнутым производством, то есть от начала посева семечки до выпуска конечного продукта полностью за все отвечает одна компания, что у нас есть свои сертифицированные поля, что компания сотрудничает вот с Китаем, с Олимпийской сборной Китая, это тоже вот особенно, если мы встречаемся с какими-то тренерами по спорту, это всегда вообще я показываю, рассказываю, вот, то есть, ну, просто очень много таких фактов, которые, ну, людей убеждают в том, что Nutrilite это хорошо. Вот. Потом я показываю много результатов. Вот это вообще самый главный вот просто пункт, который вот, ну, я не знаю, вот ради него встреча происходит, потому что когда мы просто людям рассказываем там даже о движении, о нутрилайте, там все, то есть человек как бы слушает, да, интересно, да, все здорово, там все, но продающий, знаете, как контент, так скажем, да, это третий пункт, когда мы показываем результаты. То есть это то, что людям просто заходит на ура, и то, что вообще они понимают, что вот после того, как я показала результаты, люди смотрят на меня и говорят, что нужно делать и что дальше.
и неважно, сколько это стоит. Вот это самый важный и главный пункт. И я вам рекомендую, чтобы у вас результаты были, ну, личного характера, чтобы первые, знаете, как первые самые фотографии там до и после прохождения программы были лично ваши. Потому что если просто мы рассказываем там про дядю Федю там и тетю Машу, как бы, ну да, это прикольно, но если у вас есть первая личная ваша история, то человек вам начинает верить, потому что вы сами это прошли, и вы как бы, ну, рассказываете, что вот смотри, я это прошел, у меня вот такой результат. И дальше потом начинаете, а вот мои партнеры, и пошли рассказывать, как бы, я просто вот, ну, на встрече, то есть я прям много фотографий там показываю, там, ну, не знаю, там человек 15-20 как бы разных фотографий, анализов, то есть, ну, пролистываю очень много, да, то есть если это с врачами, это особенно важно, если это встреча с врачом, потому что, ну, врачу важны именно факты и важны особенно анализы, потому что врачи, они как бы, ну, особенно вот относятся к такой категории, что они, во-первых, анализы понимают, да, и они как бы видят результативность наших программ. Вот. Следующий пункт. Я показываю приложение наше на платформе GetCourse. Я всегда сама стою на программе какой-то, да, то есть я всегда сама в процессе прохождения какой-то программы просто для того, чтобы это был как мой рабочий инструмент. Я открываю человеку и говорю, вот смотри, я сейчас стою на платформе, и я ему показываю, как это работает именно с точки зрения вот внутренней начинки, я ему все-все-все это дело на своем личном примере показываю. Следующее, я делаю ему диагностику. То есть, когда я ему рассказала, показала, то есть он вдохновился, он захотел, я говорю, давайте я вам сделаю диагностику для того, чтобы просто определиться, на какую программу вам нужно идти. Человек делает диагностику, и я прям это проговариваю, да, что человеку делаю диагностику для того, чтобы его куда-то отправить на какую-то программу. И во время диагностики человек видит какие-то свои там минусы, да, то есть что-то у него там в организме, какие-то отклонения, и как бы я ему там рекомендую там либо детокс, либо здоровый кишечник, там, либо функциональное питание, то есть какую-то программу, которая ему подходит. И следующим этапом я его сразу, это как закрытие сделки, я его регистрирую на платформу. То есть вот шестое, регистрация на платформу, это прям, ну, это прям процесс. То есть большинство людей, они боятся, потому что, ну, у нас, допустим, программа, она стоит денег, да, и там плюс за этим следует, что люди покупать витамины должны, да, то есть и вот это закрытие сделки большинство людей, они прям, ну, не доделывают, то есть они видят, человек вдохновился, все хочет, там все, ну и все, и как бы и разошлись. А наша задача какая, то есть мы зарегистрировали человеку на платформу, он сразу заплатил деньги именно за прохождение программы, он еще ничего не купил там из там витаминов, да, то есть он еще, ну, как бы ни анализы не сдал, ничего не сдал, он просто оформил себе сам марафон и программу приобрел. Это уже, ну, знаете, как бы вот, допустим, ну, не знаю, как вот моя статистика, да, то есть я там из 10 встреч у меня 8 человек регистрируется. То есть, ну, я просто вот настолько убедительно вот все это показываю, рассказываю, я говорю, самое главное, результаты просто показывать. Я вам сейчас покажу тоже вот, ну, несколько фотографий, просто чтобы вы наглядно видели. Вот, и это, ну, просто завершение сделки происходит. Человек оформляет подписку, и дальше я ему рассказываю, что ему нужно сдать анализы, что он потом эти анализы мне присылает, мы с ним на связи, и потом уже в дальнейшем мы там с вами купим уже набор витаминов, который вам порекомендует именно вам персонально врач по вашим анализам. То есть человек как бы, ну, он как-то хорошо себя чувствует, что его не сразу не продают какой-то товар, там ему сразу там не двигают. То есть есть люди, которые говорят, а можно я без платформы куплю? Без проблем, пожалуйста, покупайте там все, и мы ему тогда оформляем. Но вот на первой моей встрече я человека регистрирую на платформу. И седьмым пунктом я приглашаю его на мероприятие. То есть я его отправила сдавать анализы и приглашаю его на мероприятие, которое у нас ближайшее проходит. Это либо встреча с врачами у нас по здоровью, либо это презентация какая-то, либо это открытая встреча. То есть вот какая встреча у нас ближайшая, я туда его приглашаю. Следующим этапом человек сдал анализы. То есть вот
Он сдает анализы, он эти анализы присылает мне, либо он пишет, что я сдал анализы, там я ему рассказываю, как это на платформу подгрузить, чтобы врач увидел эти анализы. И второй пункт, проводим консультацию с врачом, но это тоже консультационный момент, да, то есть вы можете проконсультироваться как бы с вашими активными спонсорами, но вот в нашей команде я вам рассказываю, как это работает. То есть я это тоже взяла из примера других команд, где это очень хорошо сработало, и я просто вижу эффективность. То есть, если человек сдал анализы и просто встал на платформу, там купил витамины, то эффективность от прохождения программы она ниже, чем если он проходит консультацию с врачом онлайн. То есть у нас получается, человек, когда сдал анализы, я ему рассказываю и делаю построение нашему врачу, что давайте мы сделаем консультацию онлайн. Она тоже стоит денег. У нас 2000 рублей стоит консультация с врачом, и ну, где-то процентов 50 людей, ну вот по количеству, да, то есть 50% людей соглашаются на консультацию. И просто мы настолько, вот сейчас уже несколько месяцев мы работаем вот с нашими врачами в нашей команде, и я вижу, насколько эта эффективность просто прохождения программы повысилась. У нас люди раньше проходили одну программу, и все, и как бы, ну вот он пришел, прошел, и дальше вышел, да, и мы следующих нарабатываем. Сейчас у нас из-за того, что у них есть связь с врачом, как бы такая онлайн, они уже познакомились, они там больше там часа они там поговорили, и врач там все про них узнал, да, там человек сам познакомился с врачом, как бы, ну, открылся. Прохождение стало просто вообще вау, эффект такой просто крутой, потому что люди стали у нас 2-3 месяца на платформе стоять, потому что они врачу доверяют, и они как бы, ну, более ответственно, что ли, к этому относиться даже стали. Вот. Потом, когда мы с человеком провели консультацию, врач расписал витамины, какие ему нужно приобрести для прохождения программы. И здесь вот мы регистрируем человека в Amway. Я человеку вот, ну, не рассказываю там, на вторую встречу, там, и когда вот онлайн там, у нас встреча какая-то прошла, я не рассказываю человеку, что вот, я тебя зарегистрирую в Amway. Я просто человеку говорю, что вот он пришел на здоровье, он пришел еще, он вообще ни о каком бизнесе, ни о чем вообще даже еще думать не думает. Он просто пришел на здоровье. И я человеку предлагаю просто, чтобы тебе была скидка на покупку витаминов, давай я тебя зарегистрирую, карточку тебе скидочную оформлю. Все говорят да. Ну, нету людей, которые говорят, нет, не надо, я буду покупать. То есть все говорят да, конечно. И я человека просто сама регистрирую его, ему приходит там смс-ка, я подтверждаю. То есть и здесь у нас, когда регистрация в Amway происходит, у нас идет верификация. И приходит смс, там написано, а там, ну, Amway. И вот здесь вот люди могут спросить, а ты меня что, в Amway регистрируешь? Вот, ну, как бы вопрос такой, а при чем здесь Amway, да? То есть вот такие вопросы задают. И я людям тогда просто очень, ну, одной фразой отвечаю, что Nutrilite – это бренд, который продается через Marketplace Amway. Больше его купить никак нельзя. Поэтому я тебе делаю карточку на Marketplace Amway, через которую ты будешь покупать Nutrilite. Вот. И следующий вопрос, которые я слышала после этого. А можно я еще там, а можно мне купить там еще порошок там или еще что-то купить в Amway там, то, что я знаю. То есть вот люди всегда вообще нормально реагируют. То есть нету ни одного человека, который сказал, ой, нет, тогда я не буду там все, ни одного. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть вот регистрация проходит вообще спокойно, все, люди там зарегистрировались, оформляем заказ, то есть я помогаю человеку первый заказ оформить, там все ему как бы со скидками, чтобы у него там все это прошло. Потом человек встал на платформу, все, у него там витамины ему доставили, он сдал анализы, и следующее сопровождение человека на программе. То есть вы не просто отправили человека там, и врач его там курирует там, и ему проверяет там каждый Прям день. чудо. Я вам сейчас покажу. Друзья, у Покажи. кого-то Так, у микрофон. кого-то включен микрофон. Вот, идет сопровождение человека на программе, каким образом? То есть я где-то один раз там в 3 дня я человеку звоню, спрашиваю, как у него дела. Так как сейчас у нас свои врачи появились, у меня есть доступ, я вообще в принципе могу видеть, да, то есть карточку клиента там своего и там общаться, да, то есть могу с врачам поговорить и позвонить там, слушай, как там мой там Федя поживает, там как он питается там и так далее, да, то есть я уже вот именно из-за этой связи с врачом эффективность прохождения, опять же, сопровождения
Человек на программе гораздо легче стало, и мы что делаем? То есть мы человека вот ведем вместе с ним, то есть мы ему что-то объясняем, он что-то не понял, ему там врач что-то написал, у него, может быть, какие-то вопросы возникли, он там стесняется спросить. И мы как раз вот помогаем человеку на программе, все вопросы вот эти отвечаем, мы ему помогаем, объясняем, там, как ему там эти протеин там пить, как ему мешать, там, как это готовить, какие там завтраки, там, ну, просто помогаем эмоционально проходить, потому что большинство людей, ну, они именно, знаете, как они теряются, вот встал на платформу, там, 3 дня, там, что-то загрузил и потерялся. Почему? Потому что нет сопровождения. То есть он потерялся, а мы даже не знаем, что он ничего не выкладывает. Вот. А если вы с ним вот на связи, то у нас вот мы за прошлый месяц специально прям с врачом статистику провели, у нас около 60% людей, а с первого по, ну, вот по 20, у нас марафон 21 день, да, и вот с первого по 21 день они просто вообще все выложили, все идеально вообще там расписали, с врачом пообщались и пошли на следующую программу. То есть эффективность выше стала просто из-за того, что мы научились сопровождать людей на, ну, на программе. Следующее, что у нас, мы приглашаем их на мероприятие, то есть это в процессе, да, то есть вот программа началась, и ваша задача какая, если вы хотите, чтобы это стал партнер, нам нужно пригласить вот в одном месяце, ну, это то, что я вижу вот по своему бизнесу, если у меня в одном месяце человек пришел на 3 мероприятия, неважно каких, вот просто в один месяц 3 раза куда-то вышел, все, он уже как-то прям вообще, он весь втягивается, да, в этот процесс, ему нравится атмосфера, и он начинает своих людей приглашать, он начинает уже о бизнесе думать, то есть и, вот прям три встречи, все, и человек как бы уже превратился из клиентов в партнеров. Вот. Когда завершается программа, мы получаем результаты. Наша задача, опять же, довести человека до конца, чтобы он сделал фотографии после, чтобы он дошел, опять сдал повторные анализы, потому что когда люди начинают себя лучше чувствовать, они уже это дело бросают, и многие не доходят анализы сдавать. Поэтому это, опять же, наша ответственность человеку помочь получить результат, чтобы у него была, знаете, как хорошая история для начала бизнеса. Потому что то, что мы сейчас делаем, вот человек пришел, мы его как бы через воронку здоровья пригласили, он купил Nutrilite, он прошел, у него получился результат, и дальше мы ему говорим, а хочешь денег зарабатывать, потому что у тебя есть для этого все. У тебя есть классные анализы измененные, у тебя есть там фотографии измененные, и ты можешь с этим построить большой бизнес. Вот. И следующим этапом предлагаем человеку следующую программу. Ну, для закрепления результата, опять же, для там, потому что большинство людей приходит, и за 21 день у них уже изменения есть, но до конца они все равно не восстановили организм, поэтому нужно там 2-3 месяца, да, и мы сейчас уже даже с врачом вот консультируем большинство людей, мы сразу заранее на консультации всех предупреждаем, что готовьтесь, что это будет не 1 месяц, что это 2, там, 3 месяца, и люди вообще все нормально, очень позитивно реагируют, как бы, и идут на платформу там следующий месяц. Вот. Кто-то может там из-за денег может пропустить 1 месяц, потом опять встать. То есть вот у нас сейчас уже несколько, ну вот я просто смотрю как бы эффективность, да, опять же, что люди прошли платформу, потом, ну, программу какую-то, да, потом они следующий месяц не встали на программу, а сейчас вот следующий месяц а прям вот уже поток прям целый пошел, думаю, ну опять им понравился результат, и они сейчас месяц без программы, без платформы, и они говорят, слушай, я прям чувствую, мне не хватает, мне надо опять. Я говорю, давай, все, опять. И прям вот уже многих людей уже поставили повторно. Вот. И вот 9-м пунктом вот здесь вот я рассказываю о монетизации. То есть когда человек говорит, ну а где здесь деньги, да, и как это видеть? Вот. То есть я показываю, рассказываю человеку там о том, как мы здесь зарабатываем и что мы делаем. Вот. Вот здесь вот я вам хочу привести пример, как это вообще все началось. Вот лично в моей команде, в моей группе, да, потому что мы точно так же, знаете, смотрели, у нас там, допустим, мы живем в Москве, а у нас наши спонсоры, там, Юлия Олег-Иванова, они живут в Екатеринбурге. У них такое движение там по здоровью в Екатеринбурге. И мы из Москвы смотрим и думаем, знаете, завидуем, и не знаем, как вообще подступиться к этому движению, и что нам с этим делать, и вообще было страшно. Вот. И потом в один прекрасный момент у нас там, ну, программа «Здоровый кишечник» запускалась там в МВ, как бы продуктовое вот прям решение «Здоровый кишечник» там у нас на платформе такая программа возникла. И я думаю, дай напишу врачам. У нас был Zoom, ну, подготовленный, там, как бы, встреча такая, да, там планировалась, там, ее проводили, там, лидеры наши, и с врачами.
Я думаю, да, я напишу. И я просто, знаете, открыла в своей телефонной книге, просто набрала там врач, да, и у меня вышло 7 врачей просто за мою жизнь. Вот сколько я знакомилась где-то с какими-то в контакты, у меня какие-то остались врачей. Вот я когда беременная была, я в женской консультации, вот у меня был врач-гинеколог, с которой я там на связи была. Вот я ей написала, вот я вам вывела на экран, можете себе там скриншот сделать, да, то есть вот написала, ну, просто приглашение, которое я отправила 7 врачам. Вот, там, добрый день, ну, там, в зависимости от того, какой врач, да, то есть я им писала, там, чтобы они меня вспомнили, там, это Елена, ваш бывший пациент, там, вот здесь написала я в женской консультации, а там писала, там, в поликлинике, там, вы, там, мой терапевт, там, в больнице я там лежала, у меня там тоже ревматолог был, то есть вот, ну, разные такие вот приглашалки расписала, да, и написала, мы развиваем проект с профилактической направленностью по здоровью, у нас вчера была онлайн-встреча. Встреча о нашем проекте, перспективах и развитии. Думаю, вам может быть это интересно. Посмотрите обязательно. Мы запускаем марафон «Здоровый кишечник». Это у нас тогда запуск был. Мужское и женское здоровье. Очень прибыльный проект. Мы сейчас формируем команду врачей-экспертов. Если интересно, буду рада встретиться и дать больше информации. Очень простое приглашение. Вот знаете, я его, ну, как бы написала, отправила и отправила Zoom-встречу. И я, ну, как бы просто, конечно, хотелось мне, чтобы кто-то ответил, да, но вот у меня из 7 человек мне ответило 2 врача. И 2 врача вот мне написали, что да, мне интересно, я бы хотела встретиться. Я вот с Антониной вот этой, вот, которая сейчас у вас на экране, да, то есть кому я писала смс-ку, я с ней встретилась, это врач-гинеколог, я ей все рассказала, она говорит, Лена, что ты мне раньше не рассказывала, у вас уже тут 5 лет такое движение, я ее прям сразу зарегистрировала в Амвей, она говорит, о, Амвей, это вообще круто, ну, то есть она вообще, знаете, такая была на позитиве, вся готовая вообще, вот, потому что я, если честно, я прям боялась, как к этим врачам подойти, что им сказать, там все, и как бы вот это приглашение очень простое, я ей пришла и рассказала точно такой же бизнес-план, который я рассказываю всем людям простым, не врачам. Вот. И она во все подключилась, все захотела, как бы от нее уже там куча людей пришло. То есть, потом мне ответил тоже врач-терапевт из поликлиники, вот, к которому я хожу периодически, анализы там сдаю, у нас для платформы уже все время анализы надо. Я уже так познакомилась, к одному и тому же ходила, и он уже таким знакомым стал. Я к нему пришла, тут же ему все рассказала, показала там все. И потом, знаете, я это все пришла и рассказала партнерам своим. Я говорю, ребята, слушайте, работает, смотрите, я вот смс-ку скинула, все ответили. И вся моя команда просто написали такие же смс-ки и вот раскидали этот зум. Друзья, и у нас просто движение вообще началось. У нас люди просто начали кучу врачей приводить. И я уже, знаете, мне там партнеры пишут, Лена, а какие у нас критерии для врачей? То есть уже не, знаете, как мы-то уже любые готовы были взять, а нас уже спрашивают, там еще надо врачей выбирать, там еще надо их, знаете, там, чтобы они уже мечтали к нам попасть. Вот. Потом мы, вот здесь тоже я приглашалку такую сделала, то есть вы можете скриншот сделать, да, это приглашение, которое мы скинули в Телеграме есть группы, просто в Телеграме там набрали там врачи, да, то есть там куча вообще всяких групп, мы в Казахстане, там везде вообще. И просто вот мы сделали такое приглашение, такое, знаете, как нейтральное, то есть просто о движении нашем, о платформе там и так далее, да, то есть вот в 2 вариантах, то есть оно такое длинное достаточно, и кинули вот в эти телеграм-каналы, это можно кинуть как в группах там, ВКонтакте, ну, в любых социальных сетях, вот просто приглашение такое раскидали, и все. Вот точно так же люди начали реагировать, врачи начали реагировать, и мы просто начали с этими врачами встречаться, и знаете, как бы, ну, сломался барьер. У меня внутри был страх, я прям боялась вообще, что я скажу врачам, я ничего не знаю, я сама не врач, и как я буду им говорить. А, друзья, мне не надо быть врачом. У меня сейчас, вот я себя как позиционирую, то есть мы работаем с платформой, у нас уже на платформе есть, ну, как бы эксперты, врачи, да, и я, когда прихожу, я себе сделала визитки, вот, я являюсь руководителем региона Москвы, Московской области. Ну, кто меня мешает обозвать, как хочешь, да? Я руковожу своим бизнесом, поэтому я руководитель. Там с этими визитками я прихожу, говорю, я руководитель, на меня работает 80 врачей сейчас. То есть, Сейчас.
подобрать любую программу, которая вам подойдет для того, чтобы ваше здоровье поправить. Да, то есть, когда я прихожу к врачам, я им говорю, что я являюсь руководителем, и у нас есть экспертная команда, и мы формируем экспертную, расширяем экспертную команду, нам нужны врачи разных категорий, поэтому я вам предлагаю сотрудничество. И рассказываем тот же самый бизнес-план, и всем врачам я первое, что я им предлагаю, прохождение программы самому. Потому что врач должен изнутри понять, как это все работает, что ему эта программа даст, как работают наши витамины, потому что не все врачи вообще с витаминами работают, и превентивный подход тоже не все используют. И как бы сейчас вот у нас на платформе, я, знаете, вот я сейчас последний свой месяц там анализирую, у меня за последний месяц я встречалась, у меня ну, порядка 23 человек. Вот из всех, кому я бизнес-планы читала, вот за последний месяц 23 врача только. Просто вот мне люди все вообще, со всех групп там все, они мне ведут их врачей. Раньше не знали, где их взять, и теперь у меня вообще, то есть я там лист ключевого человека заполняю, и у меня там все врач, 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 и там разные врачи, гастроэнтерологи, вот сейчас эндоскопист у нас очень крутой подключился на платформу, гинекологов очень много, урологов, то есть просто люди начали вообще вести классных, вообще таких качественных людей. А врач это что? Это поток людей, они работают с людьми каждый день. Вопрос только, ну, чтобы их заинтересовать, и они работать начали с нами и сотрудничать с нами. Вот вам покажу несколько фотографий врачей, которые у нас подключились. Вот врач-стоматолог. Она при этом еще параллельно училась по нутрициологии сама вообще. Вот мы с ней когда встретились, она врач 16 лет стоматолог и заканчивает институт. Вот сейчас диплом, ну, пишет в октябре, получит диплом по нутрициологии. Она когда к нам пришла, она говорит, вообще круто, я просто искала это направление, не знала как бы где и как применить, и все. Сейчас она у нас вот лекции читает. У нас вот, ну, мы прям вот, ну, очень прикольные там и в зуме, и офлайн лекции. Вот врач-педиатр, это ну, партнер меня привела на встречу, у нас была встреча с врачом в офисе, и туда была приглашена вот Александра Малкова, это врач-педиатр высшей категории, она работает больше 15 лет в поликлинике, в обычной, просто с детками работает. Она подключилась, встала на программу, мы с ней встретились, вот я ей все рассказала, показала, прям зарегистрировала ее сразу на там, программу «Здоровый кишечник», она встала, она 2 недели была на программе, у нее уже пошли классные изменения, она начала об этом, ну как бы потом мы с ней повторно встретились, вот она вся воодушевленная, вот, и она говорит, ну как бы с ней мы про бизнес начали разговаривать, я говорю, давай назначай встречу, я помогу, ну тебе рассказать там твоим людям, и она просто, мы за первый месяц с ней, мы поставили ее мужа, вот у нее муж, у него сахарный диабет, он уже несколько лет колол инсулин себе, у него очень большой вес, там больше 130 килограмм, ну вот 133 килограмма он к нам пришел, вот. И он вообще не верил в БАДы, ну, от слова совсем, потому что он там несколько лет назад, он там пил какие-то программы для похудения в другой компании сетевой с БАДами, и он похудел, а потом очень сильно поправился и плюс сахарный диабет приобрел. То есть и для него слово БАД – это вообще страшное слово было. Но из-за того, что его жена, она вот 2 недели на программе пробыла, и у нее настолько энергия появилась, ну то есть она прям классные изменения почувствовала, она уговорила своего мужа встать на платформу, на программу. Вот мы, это первый человек, который у нас стал. Сейчас у него уже минус 21 килограмм. У него еще, что вообще важно, что у него, он перестал колоть инсулин уже на первой программе. Он сейчас 3 программы прошел, на первой программе у него сахар нормализовался 5. Вот, и, а у него там 30 был, ну то есть там очень высоченный сахар был, поэтому он там на инсулине уже долго был. Сейчас он похудел, у нас дальше худеет. И она теперь с этими фотографиями, просто у нее все двери открыты, она ходит, всем мужу своего показывает, и все, и там все регистрируются просто. Вот. Потом мы ей предложили быть куратором у нас на платформе, у нас детское направление тоже есть, потому что она врач-педиатр, и она на своем приеме, она начала просто людям говорить, что вот я сейчас являюсь куратором на оздоровительной платформе, приходите ко мне, и вот, и у нее приходят и дети, и мамы, и взрослые, то есть меняется, прям вся семья встает на платформу, и она курирует всю семью. Потом мы с ней
Значит, вот в первый месяц мы поставили мужа, поставили это соседка в соседнем кабинете, и вторая педиатр к нам встала. Она сейчас тоже у нас куратор на платформе. То есть это вот просто, я ей рассказала, это самая первая встреча, от нее была рекомендация. Я ей рассказала о том, что у нас вот есть движение, что есть платформа, предлагаем вам быть куратором, но для этого нужно пройти программу. Она говорит, давайте пройду. Она встала тоже на платформу. И вот мы подключили двух заведующих из ее поликлиники. С одного вот соседний кабинет педиатр, с соседнего и другого кабинета педиатр. У нас получилось 5 человек, людей, просто встали и купили программу «Здоровый кишечник» там у нас. И она закрыла 9%. Вот я вам здесь сделала тоже из нашего, как называется этот, калькулятор на сайте, у нас Вознаграждение. обычно. Да, калькулятор вознаграждений. То есть вот такая маленькая структурка у нас получилась. То есть у нее было два VIP-плюса под ней, и она сама там несколько, вот, то есть клиенты через нее купили просто программы. Мы с ней закрыли 9%, она получила вознаграждение 32 тысячи рублей. Она просто вообще на следующий месяц, ну, она вообще как ракета, все. Она купила сама диагностику, и вот я ей 5 встреч всего провела, и она просто, мы ее сделали куратором, и она всех людей к себе теперь на программу вставит, и просто у нее уже в этом месяце, вот она, получается, в сентябре закрыла 12%, 77 тысяч зарплату получила. Сейчас она уже поехала в Казахстан ТО открывать. Ну, то есть просто вообще человек по-другому совсем работать начал. Вот мы с ней в Казахстан ездили, когда у нас уикенд-семинар был, это 9%, мы ее поздравляли, тут Юля с Олегом там все. Вот, она у нас лекции тоже проводит. Опять же, это для врачей, мы им рассказываем, что есть возможности роста, да, то есть, что они будут проводить лекции, что они могут быть кураторами, плюс они могут возврат иметь монетизацию с продажи витаминно-минеральных комплексов, то есть, ну, как бы там просто много доходов. Вот врач у нас тоже, который сейчас гастроэнтеролог, это врач, ну, мы, вообще, это такая у нас, давно она у нас клиентка, партнер такая, она придет, иногда там побудет на встречах, уйдет, то есть мы с ней давно-давно уже с ней работали, в плане ее уговаривали, да, ну, вот она потом пришла, и мы ее уговорили пройти программу. Все, она программу прошла, через месяц она стала нашим куратором, сейчас у нее просто вообще такой уровень, там она, у нее сейчас, вот у нас здоровый кишечник на платформе, у нее сейчас в этом месяце 150 человек, кого она отслеживает, то есть, ну, прямо движуха пошла вообще, и вот именно благодаря тому, что это наш врач личный, с которым мы на связи, вот контактируем, она привела второго, свою подружку, с кем она училась, привела детский гастроэнтеролог, вот. Она все тоже захотела, прошла программу, вот мы на Зуме там встречались, они у нас проводят лекции теперь, то есть вот это просто движение началось с чего? С одной смс-ки, которую я отправила и всем сказала своим партнерам отправить. Понимаете, то есть это работает вот таким образом, что наша задача просто вот перейти этот самый такой тяжелый шаг, когда мы просто говорим, давай, ну вот все, делаем. И вот они лекции там читают, вот люди приходят, да, то есть новые. Вот это консультации, то есть мы проводим консультации с врачом. Вот у нас Наталья Коваленко, это врач сейчас, с которой у нас, ну, больше всего просто мы работаем, да. И мы проводим консультации по Зуму с людьми, то есть подключаемся на Зуме тот, кто пригласил, и человек, кого вы пригласили, и врач. Обязательно нужно быть втроем. То есть не просто врача соединили, они там что-то поговорили, а вам нужно присутствовать, то есть вы человеку обговариваете, что и так как я вас буду курировать, я вам буду помогать, поэтому я буду присутствовать на встрече с врачом. И все. Вы общаетесь, то есть мы телефон врача никому не даем. Мы соединяем все через Zoom, и все делается через линию, вот через спонсора. Потому что если все люди там, представьте, 150 человек будут врачу писать, они засыпят просто нашего врача, она у нас на следующий месяц убежит. Поэтому врачей надо беречь, мы их просто никому не как это ограждаем там, вот, их от общего потока, все через спонсорскую линию делается. Вот, то есть вот эти все встречи на Зуме, как бы они все приводят вот к тому, что люди встают, вот, и все, у них эффективность там вообще высокая. Вот. Я вам сейчас покажу бизнес-план, который мы сейчас с дизайнером разрисовали. Его, если честно, еще вообще никто не видел.
Вот, это прям вот, вот прям свежее. Еще даже моя группа никто не видел, я вам первым показываю. Вот, смотрите, то есть это бизнес-план, вы можете точно так же по своим программам нарисовать для того, чтобы, ну, у вас как бы понимание, да, вот как мы человеку показываем, особенно врачам, да, вот, ну, и людям, то есть как монетизируется наш бизнес. Вот мы человеку показываем, смотрите, вот вы встали на программу функциональное питание, здоровый кишечник, вы купили программу, и есть такая табличка, ну и начинаем бизнес-план рассказывать, что вот если вы закрыли 3%, вам вернулось там 40 тысяч тенге, это примерно 8,5 тысяч рублей. Если вы рассказали троим, и они тоже купили программы, неважно какого там, вот, детокс, кишечник, женское, мужское здоровье там, или боди-гуру, у вас закрылись 9%, вы там сделали там 106 тысяч тенге зарплаты, мы сейчас еще с дизайнером напишем здесь тоже рублевый эквивалент, да, то есть это уже там порядка там, 20 там, тысяч рублей. А если у вас там 15%, там, вы получите там столько-то, да, то есть вот 21%, то есть я вот здесь, смотрите, тоже смоделировала в нашем калькуляторе сейчас, вот так как мы получаем тенге, у нас курс валют вообще, ну, просто вообще деньги, и плюс еще бронзовая выплата идет. Вот в калькуляторе они же там считают, получается, бронзовый старт и бронзовая выплата суммарно, ну, получается, плюс там 50% еще к зарплате. То есть вот я создала вот такую вот модель бизнеса, да, которую, в принципе, ну, было бы хорошо иметь, когда вы выходите на уровень 21%. Одна ветка 12%, две ветки, три ветки 9% и две 6%. То есть вот, ну, такая, знаете, на бриллианта, вот прям такое самое то. Это вот просто для того, чтобы получать максимальную вообще выгоду и стабильность, и плюс монетизация. Вот у меня доход вышел 350 тысяч рублей с бронзовой выплатой. То есть сейчас на уровне 21% можно просто колоссальные деньги вообще получать. Вот, я уже Юле вчера звоню, я говорю, Юля, вообще так нечестно, бронзовую выплату хоть заново регистрируйся, там вообще столько денег платит. Вот, поэтому... и дополнительное вознаграждение у нас 6%, мы тоже монетизацию людям рассказываем о стабильности бизнеса, о свободе, да, что мы пассивный доход можем получать, то есть какие у нас уровни есть. То есть вот такого формата бизнес-план я людям пролистываю, то есть чтобы это было конкретно с программами, что люди видят, да, то есть это бизнес с нутрилайтом, работа с нутрилайтом. То есть у нас сейчас вот, ну, обороты просто по нутрилайту выросли вот таким образом. Почему? Потому что, в принципе, мы говорим только об нутрилайте. Все остальное люди так покупают. У меня тут, мы смеялись, партнер приходит, она месяцев 6 уже у нас там в бизнесе, уже несколько программ прошла, такая стоит, знаете, в магазине у нас там, ну, в офисе, смотрит, говорит, а у нас что, есть средства для мытья посуды, ну, полгода в офис уже ходит. Я говорю, прикинь, почему? Он просто, мы не показываем уже никому эти вот диш-дропсы, там все, ничего не показываем. Она говорит, а я не знала. Я говорю, да, конечно, у нас тут, смотрите, бытовой химии сколько. Она, короче, еще там набрала себе там на 150 баллов бытовой химии. Потому что мы просто вот движение, нутрилайт, потому что стабильность бизнеса именно в этом. Вот. Я еще прям 2 минутки вам хочу показать результаты, которые я пока показываю людям, чтобы вы понимали, вот самое главное, продающий контент. Вот смотрите, вот я людям показываю, вот так я ходила, получается, в 2020 году, когда была пандемия. У меня случился рецидив, у меня ревматоидный артрит, и я просто вообще плохо мне сильно было. Плюс я родила ребенка, у меня вот это кормящая мама идет с 8-месячным ребенком, вот. Плюс у меня развод, ну, короче, вообще просто жизнь такая, знаете, прям вообще осталось только умереть. Вот. И какой там нутрилайт, какое там движение вообще, о чем вы, люди, да? Вот. И я, знаете, вот в этом состоянии, я вот жила тогда на даче, у нас пандемия как раз была, там мы уехали на дачу жить, и я здесь прохожу в РУДН курсы по нутрициологии. Я учусь, как вообще понимать вообще, что такое нутрилайт, и кому я людям буду предлагать это вообще. Мне реально вообще страшно было, вот что я буду предлагать, да, вот если я сама не могу себе помочь. Потом, когда я начала изучать, что это кишечник, что это все, я думаю, так у нас программы вообще с кишечником связаны. Я начала проходить наши программы, там, платформу нашу, и у меня анализы появились, да, то есть которые до и после. И я вот здесь, вы знаете, там я, ну, там, может, плохо видно на экране, холестерин. У меня там высокий холестерин был, при том, что я весила 47 килограмм, у меня был холестерин там 4,8, но ну, это очень высокий для такого веса. У меня там
Вот, я снизила себе холестерин, но это не самое главное, да, то есть вот у меня, сейчас я увеличу, у меня С-реактивный белок, это воспалительный процесс, был 30 при норме максимум 6. Сейчас у меня вот 2,6, это было в 2022 году, вот сейчас в августе месяце сдала, у меня 1,9, ну то есть там еще лучше стало. Потом ревматоидный фактор у меня был 140 при норме 30, вот сейчас стал 21. Вот последний анализ 19 был. То есть просто началась ремиссия хорошая, да, то есть потом я уже ферритин тут подняла, тут все это уже, знаете, последствия, да, то есть пошли уже там, был 50, сейчас стал вот 93, витамин D сдала 60, это вот прям буквально последний там июль 23 года 61, стал 90, за один месяц по 4 штучки пила утром наших витаминов D, вот каждый день просто по 4 штуки пила, за месяц подняла вот на, получается, 30 единиц. И дальше я показываю просто, ну, это вот там диагностики, всякие разные вот эти фотографии, там, до и после. Вот прошла женщина два детокса, изменились у нее, там, ферритин поднялся, почистился кишечник, там, ну, короче, вот просто кучу анализов. Вот Таня Михайлова, вот, тоже похудела, у нее был псориаз на ноге, больше 20 лет у нее такое пятно было, там, вообще она кровоточила, чесалась, ну, короче, вообще для женщины проблема, то есть она никуда не может не выйти, там, нормально ни в платье, ни в чем, да, то есть 20 лет у нее это было. Вот она у нас на программах 8 месяцев, вот у нее сейчас чистая нога. То есть это вообще сильно людей впечатляет, потому что это аутоиммунное заболевание, и как бы, ну, кишечник восстанавливается. Ну, вот здесь вот анализов много, вот до и после, да, то есть мы показываем, вот у нас Аня Диденко тоже, у нее были анализы очень плохие по ТТГ, у нее был 6,9, вот, сейчас у нее там вот 2,7, вот сейчас в этом месяце сдавала анализ, у нее 1,6, ну, то есть у нас тоже ферритин у нее поднялся, ну, то есть вот просто куча, вот Оля Соболева, там, партнеры все мои 21%-ные, да, то есть вот разные тут программы, которые люди проходили, и, то есть у меня таких историй, вот их просто очень-очень много, я просто вот людей показываю, знаете, как вот сейчас вам покажу, например, вот у нас человек пришел в январе месяце, у него было 139 килограмм, у него два инфаркта уже было, и он на статинах, у него 240 давления, и он вообще без таблеток не жил, и он говорит, ну, я понимаю, еще годик максимум протяну, он сейчас у нас похудел уже на 50 килограмм, друзья, вот я сейчас вешу утром, сегодня взвешивалась 50 килограмм. Я говорю, Толя, ты меня на руках носил все время. Сейчас скину. Вот, и он сейчас минус 50 килограмм, и плюс у него, ну, накопилось давление. Мы ему жизнь вообще спасли. Ну, реально. Поэтому, друзья, вот истории целая куча, да, просто у нас вот, ну, худеют все там и восстанавливаются, ну, то есть просто вообще много-много. Вот мужчины у нас, видите, там животы избавляются. То есть вот когда показываешь людям вот такого формата фотографий, все, людям, ну, как бы больше ничего не надо. Они просто говорят, сколько это стоит и что нужно делать. Вот, поэтому, друзья, вот, в принципе, наверное, на этом все уже так затянуло, как всегда, у меня много слов. Вот. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, было полезно. Вот. Так что Лен, спасибо. спасибо большое. Не то, что полезно, а просто важно. Вот. И вот эта тема движения. Именно надо создавать движение, да, со всей командой. Просто вот не просто собирать баллы и делать диагностику, а именно вот создать целое движение с людьми, с командой и с дубликацией. Спасибо, Лен. Огромное просто спасибо. Спасибо. Так. Все, всем передавай привет партнерам на офисе. Я побегу, а то у меня там уже сидят, там заждались. Давай, Спасибо. все, счастливо. Да, спасибо. Спасибо, Леночка. Да. Ну что, передаю слово Светлане. Так, мы продолжаем. У нас еще есть три выступления. Так что, Свет, передаю тебе слово. Да, спасибо. После такого выступления такая жара у нас, да, в этом в чате, в нашей зум-комнате. Просто. Мазлу, да. Да, просто на самом деле действительно хочется после всего того, что ты увидел, да, хочется сказать так, что делать, как же лучше и эффективнее и быстрее вообще все. Но справедливости ради надо сказать, что один из главных, может быть, да, инструментов это все-таки, да, это наш онлайн, мы себя позиционируем,
мы должны о себе говорить. И, как Лена говорила, рассказывайте о себе, рассказывайте о результатах, о нашем движении, создавайте вот эту вот ситуацию. И я хочу предоставить слово нашему следующему спикеру, которая как раз и расскажет о том, как использовать социальные сети в нашем бизнесе, в продвижении себя. Ольга Широкова, тебе слово. Спасибо, Светлана, спасибо, Ирина, спасибо, Лене. Жара реально наступила, я уже даже не знаю, что говорить. Мне кажется, Лена все за нас всех сказала, за всех трех выступающих. Может, Ир, все, закончим, пойдем работать. Я так думаю, у меня такая скромная презентация. Ну ладно, я надеюсь, что я дам вам тоже силу и энергию, потому что у нас у каждого сильная сторона, и мы каждый имеем свой стиль. И поэтому, так как мы живем... это правда, каждый имеет свою сильную сторону. И у нас есть сторона, над которой надо развиваться, поэтому давайте так, сами себе напишите свои тетрадки. У меня с соцсетями все в порядке? Задайте себе вопрос. Честно, будьте сами с собой честны. Как нас учат спонсоры всегда записывать? И как мне навести порядок? Второй вопрос. То есть какие инструменты можно для этого использовать? Я сейчас за 15 минут постараюсь вам показать на слайдах и презентации с примерами и из последнего обучения, которое было у нас от тайцев на последнем форуме, который был в воскресенье. Если мне позволят сделать презентацию на экранах, демонстрацию. Оля, должно дать, попробуй. Почему? Должно дать, да, спасибо. Сейчас. Демонстрация. Угу. И выделиться. Скажите, пожалуйста, видно? Пока видно, нет. Видно. А нет. Да, все. Ну, видно, да? Изображение не вижу. Видно? Видно, видно. Есть, ага. Видно, видно. Видно, да? Я оставлю так, как есть, что если вам все видно, не буду увеличивать на большой экран, потому что ну, здесь достаточно большой шрифт. Давайте начнем. Итак. Всегда один самый важный вопрос я задаю себе я, задает себе мой супруг, и задают себе наши партнеры, и наш семейный SMM-менеджер, это наша дочь. Она мне говорит, ты всегда должна ставить цель. Какая у тебя мотивация для того, чтобы ты выходила в соцсети? Каждый день. Вот поставь себе задачу, цель, мотивацию, напиши себе вкусную картинку или поставь себе задачу на отдых. Вот сейчас у меня здесь картинка последнего отдыха, который у нас был в Таиланде от компании Amway. Моя мотивация – путешествие. Сейчас вы поймете, почему мотивация, чтобы выйти в соцсети и преодолеть страхи, которые у нас есть, не только страх публичных выступлений, но и страх выступлений через онлайн, он, оказывается, тоже, ребята, имеет место быть. Нужно написать себе или нарисовать себе, или распечатать картинку, поставить ее перед глазами. Путешествия, которые позволят вам задать вот этот драйв. И это будут ваши фотографии, которые вы сможете потом выставлять у себя в соцсетях. В каких инструментах я сейчас расскажу. Потому что у каждого в телефоне сотни таких фотографий. И почему они должны умирать в вашем телефоне? Давайте дадим им рост, и дадим им развитие, и дадим им использование. Потому что все начинается, чтобы вот прийти к тому, что нам сейчас показала Лена, начинается с первой вот этой привычки показывать мотивацию, зачем, для чего и что мне нужно делать. Следующий слайд как раз об этом и говорит. Сейчас. В безграничной перспективе социальных сетей. Напишите для себя вот свою цель для социальных сетей. Да? Зачем кто-то должен заходить? Мне нужны деловые контакты, мне нужны новые предложения, мне нужна быстрая качественная обратная связь, мне нужны формирование лояльности, формирование команды, прямой контент с аудиторией или быстрый старт моего проекта, про который сейчас как раз нам рассказывают, проект в стиле health and beauty или the wellness индустрии. И личные увлечения как источник дохода. То есть вот это интересный факт, что в соцсетях сейчас такой тренд на личное увлечение. То есть через свой личный продукт себя, потому что себя я несу каждый день в мир, свою кожу, свои волосы, свое тело, да, и это всегда со мной. Значит, я это могу показывать через вот это личное увлечение. Либо у меня спорт, либо у меня я люблю готовить, либо я люблю краситься, либо я люблю там путешествовать, либо вы любите заниматься здоровьем, либо вы, наоборот, ничего это не любите и позиционируете в противовес. Знаете, все, что угодно, это является личным увлечением. И продвижение товаров и услуг, бренда и себя. Вот на этом акцент бы я хотела дальше сделать. Что это значит? Позиционирование себя и продукта. Давайте разберемся.
Что такое позиционирование? Это стратегия, которая помогает донести особенности и конкурентные преимущества бренда, создать уникальный образ в глазах потенциальных покупателей. Инструмент помогает бизнесу отличаться от других похожих компаний и привлечь клиентов, чьи ценности и интересы максимально ему близки. Потребителю позиционирование помогает выбрать свои бренды и избегать чужие. Что это значит? Это значит, если вот у меня есть свой личный бренд, и у меня есть своя аудитория, которая приходит на меня. Есть бренд у Иры Демкура. У нее есть аудитория, которая приходит на нее. Есть бренд у Анжелы. У них с Женей свой бренд. Люди приходят через их соцсеть на них. Понимаете? Поэтому его надо создать. Подробнее. Что же делать? Трансляция позиционирования в социальных сетях — это когда бизнес должен транслироваться обязательно на всех уровнях. Но здесь говорится и про бизнес, и про большой, и про маленький, и в рекламе, и в дизайне, и в корпоративных стандартах, и пиар-активностях. И для нанесения ценностей подходят социальные сети. Вот почему туда надо выйти, понимаете, когда разберем для себя, зачем позиционирование, которые дают возможность не только говорить, но и получать обратную связь. Вот где брать людей, если, допустим, я приехала в город, где никого не знаю, да? Я раньше мы выходили, знакомились, сейчас мы выходим в онлайн, знакомимся там и позиционируем себя. И в них бренд может избрать для себя определенный стиль, стиль коммуникации, свой стиль коммуникации. И даже он будет в какой-то степени отражать позиционирование. То есть, понимаете, все, что вы будете делать, это будет ваша позиция. Также трансляция позиционирования может происходить через темы публикаций. Например, тема публикации. Вот сейчас, например, у меня супруг активно ведет здоровый образ жизни и занялся настольным теннисом. Он купил ракетку, он нашел тренера, он занимается 2 раза в неделю вечером, и он это может транслировать. Я ему говорю, вот это как раз вовлечение уже аудитории, которая занимается вот этим. Да? У них появится вопрос. Я вам простые сейчас привожу примеры. Дальше оформление постов и аккаунтов. Делаем? Делаем. Выбор мест размещения рекламы, пабликов и блогов. То есть нужно выбрать, где вы будете размещать. Это инструменты «Контакт», «Инстаграм», «Ютьюб», дальше в «Ватсап», дальше в группе «Вайбере», в «Телеграм» в группах, да, в каких-то чатах рабочих, которые вас окружают, домовых чатах. Рекламные активности и коллаборации. Что это такое? Коллаборации – это наши общие мероприятия, которые проходят у нас, я дальше покажу фотографии, и в онлайн, и в офлайн. Это тоже позиционирование, кому я принадлежу, в какую я вхожу группу, в каком я сообществе и что я там делаю. Делаем общие фото, делаем общие, снимаем общие видео, показываем, как вместе готовим, как вместе делаем макияж, хотел сказать, мужчинам. Как вместе делаем совместную работу, как проводим бизнес-встречу, если это в онлайне, как вместе Zoom проводим встречу. Дальше, рекламные активности и коллаборации, сказала, конкурсы, игры, розыгрыши. Вот это аудитория любит. С аудиторией надо заигрывать. Даже когда сейчас у нас, допустим, в статусе WhatsApp, тоже можно заигрывать с аудиторией, покажу потом. Можно вызывать их на такие дуэли, а пришлите мне свою тарелку, а покажите мне вот это, и разыграем вот это. Понимаете, если, допустим, вы не готовы выходить еще в контакты в Инстаграм. Дальше двигаемся. Качественное позиционирование – это когда набор ценностей личности, когда набор ценностей личности совпадает. Если человек разделяет какие-то идеи, он стремится выглядеть и вести себя в соответствии с ними. Например, просто я написала, сортируют мусор в доме для защиты окружающей среды. У меня есть такие друзья, кто сортирует мусор, и я у них этому училась. Если бы они не они, я бы это никогда не делала. Или питается по правилу тарелки и показывает это своему окружению. Подобным образом поступает бренд NutriLife. Смотрите, можно взять как пример, как позиционирует себя бренд NutriLife. Зайти на официальный сайт nutrilife.com и посмотреть, благо все переводится, как себя бренд NutriLife позиционирует. Они выбирают качественных они выбирают в качестве амбассадоров партнеров Amway. Мы все с вами являемся амбассадорами, потому что мы транслируем через свои соцсети или через общение личное или в онлайн, что мы
пользуемся продуктами, и репутация не встретит неоднозначной реакции аудитории, потому что мы все хорошеем, снижаем вес, набираем массу мышечную и так далее. И отказывается компания, он прилагает, от пестицидов, чтобы вырастить здоровые растения и навредить, не вредить окружающей среде, а также приглашает ученых со всего мира, чтобы производить лучшие продукты. Крутая позиция, крутая позиция. Гордость за компанию, гордость. Резюме. Какое резюме всему сказанному? Позиционирование – это стратегия, которая помогает донести особенности и конкурентные бренда, создание уникального образа в глазах потенциальных покупателей. И вот вы единственный и уникальный. Вы созданы по образу и подобию. Такого больше нет. И в этом уникальность того, как вы говорите, что показываете. И неважно, если сейчас, вот знаете, я вам хочу сказать личный пример, у меня дочь, Таня знает это, она прекрасно показывает свой бодипозитив. И это так восхищает и спрячет ее какие-то, знаете, моменты, которые, может быть, мне не нравятся, да, или кому-то другому, но через вот этот позитив человека видят совсем другие его качества. Поэтому это определяющее. Позиционирование помогает выделяться среди конкурентов, привлечь определенную аудиторию и повысить узнаваемость. Бизнес должен транслировать позиционирование на всех уровнях, бренды использовать разных типов стратегий. По аудитории, то есть у нас все равно аудитория будет определяться, да, как мне мои родственники говорят, да у тебя все только про одно. Я говорю, ну замечательно, значит, вы знаете, куда зайти, если вам надо узнать только про это. То есть определяемая аудитория. Дальше по проблеме. То есть можно показать решение. Вот до я выглядела так, сейчас я выгляжу вот так. Каждому есть что показать. Худой он, тонкий, или у него есть, как это сказали, мы носим с собой то, от чего мы можем избавиться, и это сделает нас богатыми. Правильно? У каждого это есть пару-тройки килограммов. И это тоже как проблема решения. Или по премиальности, доступности. У нас премиум бренд. И это сразу нас отсекает от других брендов. Как сказала Алена, да, что у нас люкс бренд, VIP бренд, продукты не дорогие, потому что они стоят качества. Вот он там был, у него не получилось, он набрал вес. А у нас VIP бренд, он зашел, и у него получилось. И позиционирование необходимо всем компаниям и партнерам. Нам всем необходимо выбрать свою позицию, определить место и там себя показывать. Почему? Потому что, вернемся к этой картинке, про которую уже говорили, что почти 50% людей сегодня активно ищут решение поддерживания здорового образа жизни. Знаете, с чем еще сталкиваюсь? От молодежи, с которой сейчас общаюсь, они смотрят всех, в Инстаграм, ВКонтакте, в соцсетях, и не говорят моментов, которые мы с вами озвучим по поводу здоровья. И я понимаю о том, что нас таких с вами мало, поэтому наш бренд NutriLight не так раскручен в этой стороне информационного поля, потому что мы боимся, что нас не так примут. Но нам надо выходить туда, чтобы эти люди, молодые ребята, слушали нас и знали, что если нет ферритина, значит, в этом проблема. Если у него там с кожей проблема или у нее, значит, в этом проблема. Понимаете, почему надо выходить? И вот когда позиционирование будет «не мне это надо», допустим, если вы такой вот старшего возраста поколения, да, профессионал, то для вас как раз позиционирование в отношении человека как зеркало, ему это поможет. Пусть лучше, как у нас была встреча, и одна девушка рассказала, что парень пил до 20 тысяч витамина D, потому что он у какого-то блогера это прочитал. Вы представляете? Я говорю, капец. Поэтому нам нужно с вами выходить в соцсети, не бояться. Вот пример тех ребят, которые показывали нам в воскресенье с вами свои картинки. Меня поразил пример этой девушки. Она за 3 года закрыла платину основателя, и муж, который ей запрещал строить бизнес, да, сказал ей, нечего тебе делать, сходи на работу, работай уборщицей, и мой в крутом дорогом центре полы. Молодая девушка с 2 детьми, которых она не видела, потому что они жили у матери, и у них не было денег. И она говорит, я скромная, ничего не умею, у меня ничего нет, ни странички, ничего. И ей ее спонсор сказала, которая случайно ее подключила в торговом центре, я вам помогу, что не переживай, придешь на встречу, на одну, на вторую научишься. И смотрите, простые фотографии, ничего особенного, правда? С теми же продуктами, которые есть у нас в Таиланде, когда мы были, знаете, у них очень огромный выбор продуктов, ассортимент огромный. У них витаминов очень много разных, очень много разной косметики. На самом деле, чтобы NutriLight заслужил там внимание, это должен быть эксклюзивный продукт. Поэтому я думаю, что у нас нет такого выбора, как в Таиланде, поэтому нам стоит себя показывать. Ну и вот тогда наши аккаунты,
Скажу честно, я не самый лучший блогер, потому что я выкладываю истории, профили у меня не всегда пополняются, но, тем не менее, мы создали свой бренд, и когда я была сейчас последний раз в Ингушетии, каждый меня спросил, у вас есть Инстаграм? А у вас есть Инстаграм? Есть! Вот, а вы там выкладываете, а вы там рассказываете, а я вот маску хочу посмотреть, как нанести, а вы где-нибудь, да, слушайте, они меня за 5 дней одолели, и я думаю, ну все, не ради себя, так ради них буду делать, понимаете, вот так вот. И вот Сережа мой, вот контакт, у Сережи контакт начат, честно говорю, даже описаны его некоторые тут отзывы и все остальное, и вот каждый день я с ним разговариваю о том, что милый, давай, а работающим человеком, понимаете, это не всегда давай получается быстро, поэтому мы тоже над этим работаем, нам тоже есть над чем, друзья, работать. Где можно этому всему обучиться? Во-первых, знаю, что хочу сказать, первое, что нужно сделать, закажите себе фотосессию. Не поленитесь, найдите начинающего фотографа, сделайте ему несколько фотосессий. У нас как надо взять фотографию у кого-то на выступление, так начинается. То формат не тот, то фон не тот, то еще что-то. Не так дорого это стоит, поэтому сделайте с продуктом, без продукта, на ровном фоне, на светлом фоне. В общем, сделайте себе подготовку для того, чтобы сделать набор фотографий, чтобы было что выкладывать. Обучение в МВ-академии, вот это определяющий фактор, последняя тема, что где учиться. Вот где учиться, у всех вопрос, да, сейчас много чего есть, я сегодня зашла в интернет, загуглила, не так много мне вышло того, куда бы я зашла, проверила, что же есть для обучения, да, сразу вышли платные курсы, знаете, много-много, зайдите туда, зайдите сюда, но когда надо касаться именно своего позиционирования, бренда, продукта, Amway Академия, 4 института, здоровый образ жизни, красота, предпринимательство и Digital Lab, вот призываю вас обратить внимание на Digital Lab, вот здесь я сфотографировала вход девушки, которая зашла у нас сейчас новенькая после регистрации в Ингушетии, молодая девушка, она студентка, и я, говорит, хочу развиваться в диджитал. Ну, я говорю, хорошо, давай. И вот начала проходить, я задаю ей вопрос, она говорит, мне все нравится, обещает пройти за месяц консультанта. То есть мы даже договариваемся, чтобы у нас проходили за определенный период. И даже можно сделать розыгрыш, например, или приз какой-то учредить, да, кто за месяц пройдет консультанта в определенном направлении. Это тоже хорошо, Ира нам об этом говорила. И что самое интересное, знаете, здесь награждают. То есть когда вы проходите, вы зарабатываете фишки. И вам еще можно будет потом купить подарки на эти фишки, книги электронные, вебинары электронные. Смотрите, «Богатый папа, бедный папа» в электронном варианте. «Воспитай в себе лидера». Потрясающие книги. И дальше еще ниже, там просто не сфотографировала, вы можете за фишки себе получить. Возвращайтесь, друзья, в МВ-академию. Это хорошая возможность обучаться. И на завершение, что хочу сказать. У нас с вами есть уже работающие наши платформы, которые есть ВКонтакте, они прекрасно работают, они прекрасно, идеально оформлены. У нас там уже вот 1000К, да, на Эколайф Академии, и почти 1000 уже на Элит-клубе. Они каждый день наполняются информацией. Если вы еще сомневаетесь, надо вам вести личный аккаунт или нет, так пользуйтесь тем, что есть. Мы все в рамках одной группы, да, здесь сейчас находимся, и вы можете этим пользоваться, можете здесь делиться информацией со своими новичками, клиентами, как это делаю я. Я при встрече обязательно всем показываю, сразу подключаю их туда. И вот это тоже позиционирование, понимаете, что если я пока сомневаюсь, надо или нет, я в стадии начала, берите то, что уже есть. И вот у нас есть Amway Центральная Азия, я вас поздравляю, там уже вышли несколько новых видео, новых продуктов Artistry, которые запустятся в конце октября, мы их ждем с нетерпением, и наши марафоны по красоте наполнятся новыми продуктами, да, и Nutrilite. То есть туда тоже надо заходить. Я люблю заходить на Amway Европа Инстаграм. И у них очень хорошие видео про Nutrilite и про фермы Nutrilite. Тоже можно пользоваться, делать скрины, использовать их для продвижения, рассказывать, показывать. Ну и у нас с вами есть вот тот самый статус. Меня многие до сих пор спрашивают, как в статусе выкладывать и что выкладывать. Вот все то же самое, что вы выкладывали в Инстаграм или ВКонтакте, вы можете выкладывать у себя в статусе, нажав на статус, у вас выйдет вот такая страничка ваша, вы нажимаете плюсик, и у вас появляется архив ваших фотографий, где вы выбираете фотографии или видосы, которые вы как в историях выкладываете одну за одной, и они светятся 24 часа. Скажу честно, по своему опыту, это очень продающий контент.
очень продающий. Когда я выложила вчера буквально коробочку с витаминами, меня спросил один из клиентов: «Оля, я хочу такую коробочку». Я говорю: «А содержимое коробочки хочешь?» Знаете, надо же правильно задавать вопрос. Вот, потому что я добылок снова открывала. Одна у меня наблюдает за тарелками из Краснодара и пишет мне: «Слушай, у меня сын занимается физкультурой, качает мышцы, ты там выкладываешь тарелки, проведи, пожалуйста, ему диагностику, чтобы ему подобрать питание». Я говорю: «Хорошо, без проблем». То есть другие у меня смотрят путешествия, да, где я там бываю, да, выкладываю, где выхожу, где в Питере что смотрю, пишут: «Оля, присылай еще, выкладывай еще, мы с тобой смотрим». То есть, понимаете, будет аудитория под каждую историю. И по 60, по 80 просмотров в статусе, которые приведут новых людей. Информация дальше, марафоны наши, это тоже позиционирование. Я зашел туда, я там есть, я вообще там активный. Марафон здоровья, Эколайф Академии, 122 участника, группа, которую мы ведем регулярно, те, кто зашли на марафон. Дальше, марафон спонсирования, тоже группа в Телеграм, это тоже позиционирование. Я там есть, мой партнер там есть, я принимаю информацию оттуда. И Network 21, еще есть Amway, не все вошло, тоже информация, которую мы получаем от системы образования от нашей. Поэтому это все нам очень нужно, это онлайн, благодаря этому у нас есть связка со спонсорской линией, о том, что говорила Ирина, да, нам в самом начале, и офлайн мероприятия, которые у нас будут проходить в октябре месяце, это тоже свое позиционирование, к какому сообществу я принадлежу, с кем я общаюсь, какие примеры я для себя могу взять, кого я потом покажу. И вот 21 октября в 13:00 у нас будет в Санкт-Петербурге большая конференция, да, с участием врачей и тех, у кого были проблемы со здоровьем, и мы визуально вам их покажем. Девушка, которая снизила 30 килограммов вес, придет и нам подиум там устроит, покажет, как она это сделала. Круто пригласить туда людей. И мы в Сургуте устраиваем конференцию 29 октября, у нас основное тоже позиционирование. То есть мы тоже со своим спонсором, с Татьяной, с нашими партнерами, сейчас привлекаем врачей туда, чтобы они выступили. Но сначала мы проводим их через наши маленькие встречи в офисе, чтобы посмотреть, как они говорят. Либо на круглый стол их приглашаем, чтобы задавать им вопросы. То есть и всем это, поверьте, становится интересно. И поэтому вот завершение, да, этой информации хочу сказать, что личный бренд – это я, да, моя кожа, мои волосы, мое отношение, моя улыбка и блеск в глазах. Вот то, что будет нас всегда нести в массы. Поэтому, друзья, желаю всем здоровья, желаю всем большого уровня и любви к тому, что вы делаете. Ольга, спасибо большое. Спасибо за то, что поделилась своим собственным примером, личным опытом, и за то, что напомнила и про Amway Академию, вообще про все эти ресурсы, которые у нас есть, и, может быть, на которые мы иногда не обращаем внимания или немножечко расфокусировались и забыли. По факту это действительно супер как важно. И вот в конце, наверное, даже в продолжении твоей темы, да, потому что все любое наше позиционирование, оно так или иначе ведет к каким-либо встречам, встречам онлайн, встречам офлайн, как найти вот этот баланс, и для чего, собственно говоря, делать эти встречи, как их использовать для создания самого главного в нашем бизнесе, а именно товарооборота, потому что я думаю, что всем запали в душу и в глаза, и в голову, да, последние слайды, которые показывала Елена, где она показывала о том, какие, возможно, получать доходы в сотрудничестве с компанией, ну, делая какой-то товарооборот. И я с удовольствием хочу представить следующего спикера, это Татьяну Глушакову, с которой как раз мы и поговорим именно на эту тему. Баланс офлайн, онлайн, создание товарооборота, дохода. Татьяна, тебе слово. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое за встречу, такую яркую, такую сильную, других у нас и не бывает. И каждая встреча несет в себе, знаете, я уже вот тут списала целый лист, думаю о том, как все эти знания применить. Ну и то, что я сейчас немножко поделюсь нашим опытом, возможно, тоже кому-то будет полезно. Если мне дадут права на демонстрацию экрана, я буду благодарна. Еще, знаете, несколько лет назад, скажем так, до 2020 года, да, 3 года назад, у нас уже не было вообще вопросов, что там онлайн, что такое офлайн, да, то есть у нас были просто встречи. У нас были все возможные встречи, которые мы проводили, и это были, как правило, встречи вживую,
глаза в глаза, лицом к лицу. И сейчас, это, знаете, сейчас уже встает вопрос, да, как вот сбалансировать так, чтобы все-таки выходить из дома. Вот сегодня мы находимся вот здесь за компьютером, ну, лично я нахожусь, да. Это у нас была утренняя рабочая встреча, потом у меня была диагностика внутри лоджик, потом я готовилась за компьютером, теперь мы проводим рабочую встречу. То есть такие дни далеко не редкость, да, когда мы проводим за компьютером или за гаджетами прямо целыми днями. И вы знаете, благодаря, я не побоюсь этому слову сказать, вот этим условиям, в которые нас пандемия поместила, мы для себя этот онлайн открыли. Мы реально сократили вот это расстояние до человека, или другими словами, мы наоборот расширили вот эти все границы, потому что общаться вот с таким огромным количеством людей, как мы, например, сейчас, и со своими кандидатами, и со своими партнерами, и держать руку на пульсе стало намного-намного легче. Все встречи, которые мы проводим онлайн, они посвящены, безусловно, одной цели – создать сообщество, получить новых клиентов, получить новых партнеров, увеличить товарооборот, решить вот ту цель, ради которой мы все это делаем. И, безусловно, наши встречи, они посвящены как по нашему циклу, ну, то есть после того, как мы с вами приняли решение о построении бизнеса, мы написали список тех людей, с кем мы будем взаимодействовать, и далее идут приглашения и встречи, которые посвящены как бизнес-плану, то есть мы можем показать бизнес-план онлайн, это очень просто, мы это делаем вот так же в Zoom'е, достаточно легко, достаточно емко и коротко, то есть он может занимать там и 5, и 10 минут, и согласитесь, по времени это очень удобно, да, то есть в любом городе, даже у нас, в общем-то, не в самом большом городе Сургуте, чтобы сесть и доехать до офиса, это все-таки там нам минут 20-30, если ты едешь в другой конец города, то и побольше. Так получается, что мы с вами, во-первых, экономим время, во-вторых, мы можем сделать Zoom-встречу сразу с несколькими участниками и увеличить, скажем так, ту масштабность. Когда-то мы проводили домашние встречи и говорили, чем больше людей находится на домашней встрече, тем больше результат спонсирования будет. Точно так же и сейчас Zoom на маркетинг-план можно пригласить как можно больше людей. Точно так же здесь и демонстрация товара. Что визуально мы можем показывать, да, прямо приближая к экрану свои товары, которые мы демонстрируем. Это действительно пройти просто по квартире и показать то, чем вы пользуетесь. И вот этот формат онлайн, он действительно имеет огромное преимущество. Вот те преимущества, которые я сейчас перечислила, наверняка каждый из вас либо знает, либо практикует, а может быть, только планирует это практиковать. Я сейчас обращаюсь к тем людям, кто не так давно в предпринимательстве и, например, самостоятельно не проводит, например, в Zoom маркетинг-план. Вы всегда можете опираться на своего спонсора. Да? То есть мы можем говорить о том, что эта командная работа будет, ну, знаете, так подхвачена прямо всеми участниками вашей команды. Очень хороший сервис онлайн под названием NutriLogic. Да? Вот я сегодня проводила, и на прошлой неделе было несколько встреч. То есть, когда мы говорим о том, что мы можем уже показывать себя как эксперта, ну, допустим, вы проводите или кто-то из ваших руководителей, обладающих подобными знаниями, вы проводите разбор полноценности рациона вне зависимости от того, где находится человек. Да? Он заполнил опрос, вы ему точно так же красиво на Zoom вывели его картиночку, вы рассказали о том, как у него дела обстоят с его рационом, чего организм его получает, чего организм его перебирает. Как правило, это сахара, простые углеводы. Но, тем не менее, всегда в результате этого вы можете человеку сделать следующий шаг, тот самый мостик, куда мы перекидываем, что есть программа оздоровления, и всегда можно зайти на платформу, на те программы, которые ему необходимы для изменения ситуации. И, вы знаете, вот эти онлайн-встречи, они классно вписываются, если об этом думать, если это планировать. Мы здесь, я говорю сейчас про нас, про Сургут. У нас здесь есть хорошее помещение, офис, который функционирует уже здесь 7, по-моему, лет, как бы еще не больше. И в до пандемии, и во время нее, и после нее мы не прекращали работать в режиме офлайн. Я сейчас поделюсь несколькими фотографиями, которые мы организовываем конкретно в работе, в живые встречи. Понятно, что мы, знаете как, мы всегда, я думаю, что и вы, и мы всегда любили общаться с людьми вживую.
Да? Когда-то я летала в разные города, строила бизнес. Это всегда было очень, знаете, такое приятное общение, когда ты в разлуке с людьми, да, допустим, там полгода или там несколько месяцев, потом ты встречаешься, общаешься. С приходом в нашу жизнь онлайн встречи, такие, скажем так, поездки, они немножко подсократились, но компенсация того, что мы можем вот здесь у себя работать вживую с людьми, когда мы проводим диагностики, или мы называем их тестирование, с целью, конечно, вот последующей работы. Вот этот великолепный инструмент, я по-другому его не назову, под названием различные приборы, да, кто-то использует Рофикс, кто-то использует биоанализатор, кто-то использует Тонита разных модификаций, то есть весы, работающие по типу биоимпеданса. Мы работаем еще с дерматоскопы, то есть прибор, который называется SV300 или ARAM. Он хорошо работает с кожей лица и с кожей головы, если есть такая необходимость. И вот подобные встречи мы проводим на регулярной основе. То есть, когда мы сейчас, вот я перейду к теме личного товарооборота, мы же понимаем, что, поскольку я, например, в предпринимательстве уже больше 15 лет, я понимаю, что мы никогда не делали такого простого, как сейчас, подхода к людям. Да? То есть сейчас подход, предложение, контакт, вот это взаимодействие, оно чрезвычайно упростилось, потому что каждому первому человеку можно задать вопрос о его, во-первых, о том, как он себя чувствует. Ну, понятно, что это должно быть в определенном контексте с определенной целью, да? Но как он себя чувствует, как он сохраняет свое здоровье, каким образом он работает на свое там активное долголетие и так далее. То есть тема здоровья, она реально очень интересная, очень благодарная. И следующий шаг, который идет, да, например, я сейчас сидела как раз перед встречей, списывалась, договаривалась с человеком, который случайно тоже буквально познакомились быстро-быстро-быстро. И я вот уже который раз уже предлагаю, и вот человек соглашается там в воскресенье прийти, узнать, тестировать свое собственное здоровье. Все, хотите ли вы узнать о том, как вы, состояние организма ваше здесь и сейчас, я вам подскажу рекомендации, если они будут необходимы. То есть вот этот инструмент, его по-другому как вживую не сделаешь. Да? Это не внутрилоджик, это живое участие. И, конечно же, я призываю всех, кто хочет развиваться в направлении, особенно в направлении здоровья, приобрести себе какие-то из этих приборов наших, да? Например, те же Тониты, они различных модификаций, от самых там дешевых за 3000, заканчивая там очень крутых, тот же биоанализатор, и со всем этим очень легко с людьми контактировать. Это все, что касается Nutrilite. Есть встречи, которые более масштабные. Раньше они назывались у нас, раньше у нас были только BBS-семинары, сейчас мы совместили их с конференциями по здоровью и сделали такой некий симбиоз между темами, касающимися сохранения здоровья и построения бизнеса. Да, мы проводим их в Сургуте уже несколько лет, ну, мы так считали, не считали, и с каждым разом они, конечно, более профессиональны, они более такие продуманные, они расширяют формат участников. К нам присоединяются очень интересные спикеры. Конечно же, мы приглашаем тех людей, кто работает именно с Nutrilite. У нас есть тоже хорошие наработки. Конечно, мы в направлении, скажем так, вот сейчас Елена Рудько рассказывала, да, я понимаю, что такого масштаба нарастить, конечно, нужно работу всей большой команды. Но главное, что мы двигаемся в этом направлении, и все это для нас, в общем-то, вопрос только, ну, скажем так, некоторого времени. Потому что действительно есть люди, кто хотят участвовать, есть врачи, которые заинтересованы в том, чтобы их кто-то еще услышал, кроме пациентов, и они готовы вот свои знания, знаете, свое понимание транслировать. Вот буквально в прошедший вторник мы готовили, да. У нас была врач, которая выступала, врач лабораторной клинической диагностики, она еще и нутрициолог, и она выступала у нас с темой «Вся правда про анализы». И она говорит, я когда проработала в лаборатории, я вижу, сколько дефицитов у людей, я вижу, какие отклонения серьезные. И там я заинтересовалась нутрициологией, сейчас она ведет параллельно, скажем, вот эти две специальности. И она говорит, я так хочу, чтобы меня кто-то услышал. Ну, я так хочу, чтобы помимо того, что вот я больным рассказываю, да, чтобы тут здоровые люди знали, как вот этих вещей избегать. Ну, то есть, собственно говоря, это наш человек.
который будет транслировать ту информацию, которую она получит, уже значительно дальше и больше. Смотрите, какие классные у нас были, да, и Владимир Абдулаевич Дадали, и Дмитрий Семирядов, и Светлана Глушко. Ну, в общем, очень много хороших выступающих, которые у нас были и будут. И я призываю, опять же, если есть возможность посещать вот такие живые конференции, это, конечно, классное мероприятие, которое позволяет людям и узнать, и зарядиться, и, знаете, выстроить какие-то новые планы и стратегии для развития своего бизнеса. Это то, что мы проводим в нашем офисе на регулярной основе. Это тоже из встреч офлайн. Это мы ввели ужин с нутрициологом. Это для нас тоже очень хороший вход. Называется это «Школа здорового питания». Она очень хорошо позиционируется. Вот, кстати, у нас есть партнер, который является главным внештатным специалистом-диетологом Департамента здравоохранения Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Она регулярно посещает наши мероприятия. Она сама очень активно, ну, скажем так, транслирует информацию про нашу деятельность. И вот именно в школе здорового питания она на каждом своем докладе, который она выступает, ну, на уровень округа, на уровень региона, она всегда говорит о том, что человеку для того, чтобы он хорошо себя чувствовал, ему очень важно социум, да, социум, где транслируется информация, ну, скажем, о здоровом образе жизни, о здоровом питании, через вот такое взаимодействие, через общение, через пример. Буквально вот какого она сказала, 19 числа у них будет большая конференция, они прямо перед губернатором будут отчитываться, и вот она прямо школу нашего здорового питания приводит в пример, как один из таких мероприятий, которые позволяют людям получать информацию о правилах питания, об их применении и о том, как это все можно, ну, скажем, готовить здесь и сейчас быстро, вкусно и полезно. Что это для нас? Для нас это, опять же, хочу сказать, очень легкий и простой вход. Когда мы с человеком, где бы мы, вот какой бы темой я ни заводила, с кем бы я ни общалась, как бы я ни знакомилась, если все удалось завести в тему, ну, скажем, чуть-чуть там про здоровье, да, обязательно говорю, у нас есть школа здорового питания, у нас есть сообщество, где есть нутрициологи, диетологи, где есть эксперты по питанию, вы всегда можете получить практическую информацию, поддержку и пообщаться с нашими специалистами. И люди немножко так тушуются, да, что там у вас готовить надо. Я говорю, вы знаете, у нас просто как вот дома у вас на кухне, все очень просто, по-домашнему мы готовим, мы дегустируем, мы общаемся. Вы задаете вопросы. Ну и понятно, мы, конечно же, и продвигаем эту посуду, у нас там есть, и мы обязательно выступаем, говорим о наших программах, и продвигаем нашу технику. Вот аэрогриль, новинка наша, совершенно чудесная, я прямо уже в нее влюбилась, потому что великолепно. Великолепно готовит, время экономит, информацию, знаете, мы не успеваем даже информацию давать, да, насколько быстро все успевает приготовить. У нас обычно что-то готовилось минут там 30, и мы за это время успевали там теорию какую-то проговорить. Здесь все за 15-20 минут только заложили и уже доставать. Ну, в общем, классная штука, очень полезная, очень интересная. Ну и знаете как, есть еще и командообразующие мероприятия. Вы знаете, их тоже никто не отменял. Вот Ирина начала с того, что мы должны вокруг себя людей притягивать и аккумулировать. И, наверное, на одних таких мероприятиях, которые, скажем так, сугубо бизнесовые, ну, видимо, нужно что-то еще. И мы за все эти годы поняли. Мы действительно с своими партнерами уже долгие годы взаимодействуем, мы проводим различные мероприятия. И опять же, смотрите, какая цель. Людей, с которыми мы знакомимся, людей, которых мы приглашаем, людей, с которыми мы начинаем взаимодействовать, мы очень хотим показать себя. Какие мы нормальные, какие мы адекватные, какие мы позитивные, да, какие мы интересные. И поэтому мы с удовольствием на каждое наше мероприятие зовем новых людей. Тех людей, с которыми мы хотели бы развивать это предпринимательство. Это мы играем в квиз, мы ходим, у нас команда называется «Бумеранг», мы занимаем даже призовые места, нам там очень весело. Мы отмечаем там различные у нас, ну, понятно, Новый год само собой, там все праздники мы отмечаем в офисе. Там не стала выкладывать вам фотографию, где мы все вместе были в бане, но это тоже было круто, здорово. Я думаю, что каждому было бы интересно, если у вас, понимаете, помимо просто каких-то вот
ну, сегодняшних отношений, каких-то вот ваших, ну, скажем, знакомых, можем друзей, знаете, расширяется вот эти границы, где вы привлекаете к себе интересных, умных, энергичных людей, с которыми вы продолжаете взаимодействовать, с которыми вы становитесь единомышленниками, с которыми вы становитесь партнерами в этом бизнесе, потому что вот такие вот мероприятия, они людей сближают. И все на самом деле, конечно же, у нас все это под козырьком, да, под нашей крышей, под названием предпринимательство и бизнес. И то, от чего компания Amway нам платит деньги, безусловно, это тот самый товарооборот. И просто сказать там, ты возьми, купи, ну, понятно, что умные люди так не делают. Слушайте, ну, если позволите, одну секунду отвлекусь. Сегодня был звонок от одной интересной дамы, которая, так, позвонив мне, не знаю, где нашла телефон, так долго сетовала, что в какой ситуации ваша компания оказалась, и вообще надо менять направление, и вообще вы такие вот, вот вам надо вот туда. Ну, я не знаю, наверное, многие лидеры уже не раз сталкивались с подобными вещами. Я думаю, интересны такие люди, да? Вот к чему вот такие вещи? Потому что им кажется, что вот если где-то там чуть поярче или чуть повкуснее пахнет, вот все должны прямо взять и вот все, что вы здесь вот делали, наработали, с кем вы прожили вот бок о бок столько лет. И вот этот прекрасный товар, о котором мы с удовольствием всегда говорим, потому что мы им пользуемся, конечно же, точно так же с таким же удовольствием мы его и продвигаем, несмотря ни на что. Вот это я сейчас сделала скриншот с нашего нового калькулятора доходов Amway. Они его поменяли, он такой стал интересный, веселенький, с людьми. И мы сейчас будем говорить про 300 баллов. 300 баллов стало делать легко. Я вот помню, выступала Алена Рудык. Она говорила, что она классно продает. Что вот все, что касается товарооборота, все, что касается клиентов, это вообще ее сильная сторона. И если, вот, если бы это дело было только в этом, вообще была бы уже бриллиантом. У меня вообще строго противоположно, потому что, к слову, продажи я всегда была очень осторожна, никогда не любила, когда мне что-то продают, никогда сама особо ничего не продавала. И просто удивительно, как я оказалась в этом виде бизнеса, где продажи, в общем-то, стоят на первом месте. Но вы знаете, постепенно, не быстро, вот я сейчас говорю для тех, у кого такая же, собственно, стоит задача научиться продавать товар с открытым сердцем и со всей душой. Я говорю сейчас о том, что когда товар хорош, когда ты его знаешь, когда ты его любишь, когда ты понимаешь, что от него только добро, и все, что ты делаешь для людей, это только из желания им помочь, тогда этот процесс становится более простым и более легким. Мало того, сейчас появилась, ну, не сейчас, а достаточно давно появилась возможность делать личный товарооборот за счет клиентов, которых мы регистрируем. Да? То есть, по сути дела, мы ничего не продаем напрямую, как это раньше по каталогу, там, 20-30, там, 30% больше, сейчас на 15%. А люди регистрируются, и их товарооборот, их покупки, собственно говоря, учитываются на вашем номере. И те самые 300 баллов, они стали генерироваться намного проще. Вот это я сейчас говорю по личному опыту человека, который не умеет просто так продавать направо и налево. Я могу только от всей души рекомендовать, я могу подсказать, что нужно из товара обязательно для себя выбрать, и я могу подсказать, как человеку зарегистрироваться, чтобы он покупал для себя продукт с максимально выгодной ценой, и при этом ситуация выиграл-выиграл работает абсолютно. То есть человек покупает с дисконтом, я получаю товарооборот в личный. Вот смотрите, как на сегодняшний день выглядит калькулятор Amway у нас на сайте. Предположим, я сейчас говорю про те самые 300 баллов. 300 баллов, которые человек научится делать через какое-то время с момента от начала своего предпринимательства. Выгода, вот смотрите, для чего делать 300 баллов, да? Почему нужно ставить цель делать товарооборот 300 баллов каждый месяц? Ну, давайте начнем с того, что личный товарооборот для тех, кто начинает это предпринимательство, для тех, кто уже давненько здесь находится, да, это зона вашей личной ответственности. Я помню, некоторое время назад одна из моих партнеров говорила,
Я не буду, я не знаю, как строить этот бизнес, я не могу нести за всех ответственность, за каждого партнера, кто в моем бизнесе, вот я за этого буду думать, вот я за этого буду думать, я за этого что-то буду решать. На что я тогда и сказала, слушайте, ты, пожалуйста, неси ответственность за свой бизнес. Для начала ты реши вопросы своим личным, так условно говоря, кружочком, да, делай свой личный товарооборот, а дальше все сдублируется. Потому что есть такой волшебный момент дубликации, который позволит твоим партнерам сдублировать или повторить те действия, которые делаешь ты. Так вот эти 300 баллов или вообще личный товарооборот – это наша личная ответственность, которую мы делаем ежемесячно. Причем как? Знаете, с чего берется эти 300 баллов? Ну, нас всегда учили таким образом. Конечно же, первый, кто покупает этот продукт, это мы сами. Все, что нужно нам, все, что нужно для нашей семьи, все, что нужно для личного потребления, безусловно, мы покупаем в своем магазине. Тем самым какое-то количество баллов у нас отражается на нашем номере. Во-вторых, конечно же, те самые подарки, презенты. Ну, оно и понятно, за все эти годы, сколько мы здесь в этом бизнесе, мы ничего, ну, если, конечно, не было какого-то прямо супер запроса на то, что подарить конкретно, там, например, деньги или еще что-нибудь, да, это всегда были подарки из нашего предпринимательства. Все презенты, которые мы кому-либо что-то делаем, да, или дарим, даем, это тоже из нашего бизнеса, нашего собственного личного бизнеса, который мы развиваем. Очень хорошо работают, ну, опять же, я сейчас говорю, откуда 300 баллов берется, да, очень хорошо работают акции. Акции, которые объявляет компания Amway, которые объявляет спонсорская линия. Вот акцию, которая сейчас у нас идет с 9 числа по 17. Прекрасные акции. Я обзвонила уже достаточное количество своих клиентов, получила уже заказ больше, чем на 200 баллов. То есть, если раньше, знаете, как я использовала подобные акции как информационный повод, да, ну там, думаю, что там на России там разные были цены, не такие уж они были и высокие, но зато есть повод позвонить, поговорить, и всегда что-то с человеком обязательно интересненькое у него узнать, то сейчас это реальный прямо повод, когда человеку говоришь, слушайте, есть хорошая возможность сэкономить, купить по хорошей, приятной, приемлемой цене, и поэтому использовать вот этот вот момент нужно с умом. Его нельзя упустить в этот срок недельный и сделать как можно больше звонков. То есть для чего эти 300 баллов у нас с вами должны быть на постоянной основе? Понятно, что это база и основа, на которой мы сами становимся более продвинутыми, более совершенные вот в этом навыке. Мы это можем дублицировать, то есть мы получаем возможность научить этому своих людей, и мы получаем доход. Мы получаем доход с первого же момента, с первого же месяца, когда мы закрыли товарооборот 300 баллов. Вот этот пример здесь, он как раз и обозначен. Смотрите, сейчас в современном, вот в измененном калькуляторе есть возможность уже рассматривать валюту разную, в том числе и рубли. Вот сейчас здесь, пожалуйста, все в рублях. Если человек сделал, если вы или вы человек, вот я, например, калькулятор показываю своим либо начинающим партнерам, либо клиентам, кто интересуется, я показываю калькулятор прямо на сайте. Вот если вы для себя в этом месяце сделали личный оборот 300 баллов, посмотрите, ну вот вы взяли для себя, например, набор для снижения веса бодигуру, вы взяли для себя средства по уходу за кожей лица, что-то там еще для гель для душа, например, да, ну получилось 300 баллов. В итоге, да, за 53 тысячи рублей, которые вы заплатите, где цена в день, вот из всего того, что вы приобрели, цена затрат будет 1792, но при этом есть определенная выгода. Если у вас есть выгода от покупок, хочу сюда убрать. Если, например, у вас появилось три покупателя, которые повторили то же, что и вы, ведь мы сейчас говорим так, ты 300 сделал, у тебя есть определенная выгода, и если ты сделал, продублировал свои действия, у тебя появились три покупателя, то это уже товарооборот в 1200 баллов, это 9%, и доход, то есть выгода от покупок, потому что это VIP+, составляет 40 тысяч рублей. Кстати, здесь он сравнивает доход VIP-клиента, то есть VIP+, и потенциальный доход партнера. Заметьте, что доход у партнера чуть-чуть повыше за счет того, что получает 12% от всех покупок. Но, тем не менее, 40 тысяч рублей – это классно. Кстати, там, когда вы ведете
курсор на вот эти указания, то здесь будет видно, что покупка раскрывается, расшифровывается, какая покупка конкретно. И если это, если у вас продублировалось, если в вашей, вот здесь только было три покупателя, а в следующем слайде не просто вы и три покупателя, а у вас появился один VIP-клиент, который продублировал те же действия, то есть как растет, увеличивается вознаграждение от того, что вы продолжаете делать те же самые простые действия, то есть те же самые 300 баллов ежемесячно, клиенты ваши 300 баллов, и кто-то продублировал ваши действия, и, соответственно, с этим происходит увеличение и рост этого предпринимательства. Конечно же, мы не говорим, что это делается прямо вау, как быстро, и сию секунду, и вы прямо только сейчас зарегистрировались и сразу стали специалистом, который может легко делать 300 баллов. Ну, хотя почему бы и нет? Судя по тому, что Елена сейчас показывала, как врач воодушевился, впечатлился и готов строить этот бизнес и приглашать большое количество людей, всегда найдутся люди, которые, знаете, наш спонсор называл Кадиллак, человек, который, знаете, идет всегда вперед, потому что у него есть цель, у него есть огромная мотивация, и расписывать для него постепенный рост, там, о, через полгода вы закроете уровень, там, 3%, конечно же, нет. На сегодняшний день, если нам встречается человек, который готов и хочет, безусловно, научить и показать, как начать свой строить личный товарооборот 300 баллов и продублировать его, это наша с вами задача, как у лидеров и как у руководителей групп. Благодарю за внимание. Татьяна, спасибо за твою такую и вкусную, и интересную, и веселую презентацию и про дело, и про деньги, и про вообще жизнь в этом бизнесе. Но сейчас время как-то так у нас неумолимо бежит, да? И я не буду тратить долго времени, хочу представить следующего нашего выступающего. Мы будем говорить как раз о нашей бизнес-школе Network 21, о ресурсах, которые помогают стать именно профессиональным предпринимателем. И слово Лукашенко Анжела. Всем добрый день. Все слышно у меня, да, все хорошо со связью, отлично. Ну что, всем привет, вы знаете, что я заслушалась всех выступающих, честно говоря, всем огромная благодарность, все прямо от души, да, все прям просто такие вот заряженные, всем огромное-огромное спасибо. Мы услышали огромное количество с вами встреч, да, какого вида они могут быть, да, то есть и так далее, то есть как мы их можем проводить и так далее, зачем, и все, вот вопрос, наверное, сейчас, а зачем нам все это надо, да, как бы. И вопрос, наверное, сейчас как раз должен прозвучать о цели и о мечте. Да, поэтому вот как раз у меня такая тема, это Network 21, M21 Mobile, количество встреч, которые мы проводим. Вы знаете, Network 21 лично для меня, да, вот Светлана сказала, что бизнес-школа, но лично для меня это как бы школа, которая учит нас не просто строить и масштабировать бизнес. Для меня лично это школа, которая учит нас строить свою собственную жизнь. Потому что, знаете, когда-то в начале предпринимательства я услышала такую фразу, что на сегодняшний момент вы имеете ровно то, что позволяет вам иметь ваша личность. Да, как бы. И ничего не изменилось, да, времена изменились, изменилась, наверное, скорость, да, то есть у нас, нашей жизни и все остальное, скорость обмена информацией, ну, мне кажется, вот эта фраза, она будет абсолютно всегда иметь свою ценность и свою актуальность, да, поэтому что мы с вами вкладываем в свою голову ежедневно, да, так будет, собственно говоря, наша жизнь и выглядит. Я сейчас вам поставлю просто слайд, да, и мы, в принципе, будем говорить предметно, потому что мы уже и так достаточно долго в эфире. Что для меня Network 21? Для меня Network 21 – это три основные составляющие, да, то есть это программа поддержки предпринимательства, это, конечно же, возможность приобретать книги рекомендованные, это, конечно же, N21 Mobile, это, конечно же, мероприятие. Дело в том, что, вот как и Ольга говорила, да, что в потоке на сегодняшний момент вот в этом информационном, да, вот она сегодня зашла посмотреть там обучающее мероприятие, да, как бы, и там реально тебя унесет просто неизвестно куда этим потоком, неизвестно сколько времени ты потеряешь, да, здесь мы с вами четко понимаем, да, не тратим время, да, а во-первых, мы еще знаем, от кого мы с вами получаем информацию, да, и вот так выглядит просто сайт N21 Mobile, на котором, в принципе, виден, скажите, пожалуйста, слайд.
Да, спасибо. Вот так выглядит слайд N21 Mobile, да, на котором на сегодняшний момент да, огромное количество информации, просто кладезь, да, которую мы с вами, в принципе, можем использовать как для развития предпринимательства, так и для своего личностного роста. Я не буду ходить по каждой из вкладок, я зайду просто вот в одну, которая для меня является на этом сайте одной из самых ценных, да, это программа поддержки предпринимательства, потому что, как я уже сказала, время меняется быстро, да, как бы, и вот здесь мы получаем ту самую ценную, самую актуальную информацию, которая обновляется ежемесячно, да, то есть ежемесячно мы получаем с вами самую новую, вот у Вячеслава Петкевича буквально 16 сентября, да, то есть прошел семинар в BBS, да, и здесь есть выступление. То есть, и вот здесь у нас с вами такая медиатека огромная, да, то есть, где мы с вами можем в любой момент послушать то, что нам необходимо для нас в тот или иной момент, да, то есть это, возможно, о лидерстве, возможно, о росте, о том, как растить команду и так далее. И еще один из таких важнейших материалов, это, конечно же, контактные материалы, да, то есть мы с вами можем делиться этими материалами с другими, и это тоже очень важно, да, то есть не так, как мы с вами раньше там отвозили диски, отвозили там книги, потом шли с людьми, встречались, вот как говорили наши предварительные выступающие, да, то есть что сейчас, конечно, время онлайна, когда мы с вами можем, в принципе, не выходя из дома, строить свой собственный бизнес. И вот это, конечно, очень дорогого стоит. И вообще, вы знаете, честно говоря, когда я думаю о том, что у нас сегодня, на сегодняшний момент с вами имеется в руках, да, то есть то, что мы, в принципе, можем жить там, где угодно, да, как бы, возможно, у кого-то была какая-то мечта куда-то уехать, да, то есть куда-то перебраться. Вот сейчас, в принципе, то самое время, когда мы сможем вот это сделать, да, то есть потому что когда-то мы говорили, что у нас бизнес без границ, да, то есть и люди на это подключались, люди на это шли, а сейчас вот именно вот есть для нас абсолютно все инструменты. Поэтому подключайтесь, узнайте, как подключиться, поставьте себе автооплату. Это не даст вам, даст вам возможность не пропустить самые ценные материалы. За бонусные деньги вы можете вот здесь, которые у вас будут начисляться при покупке того или иного пакета подключений, вы сможете потом за эти, скажем так, виртуальные деньги приобретать для себя контактные материалы. Дальше, что бы мне хотелось с вами, о чем мы с вами хотелось поговорить, Network 21 приготовил для нас кучу подарков на сегодняшний момент, да, и вот я хотела бы остановиться на том, что сейчас у нас с вами есть до 15 числа приобрести один вот такой набор специальных материалов обучающих, который вышел к осенней волне BBS семинаров, и мы с вами сможем участвовать в розыгрыше 5 билетов на мероприятие, на любой из бизнес-форумов. Состоит розыгрыш 16 числа в эфире на площадке N21 Mobile в ВК. Поэтому не пропустите время, не пропустите, скажем так, вот эту возможность, да, и поучаствуйте вот в этом розыгрыше. Коль я уже начала говорить про мероприятия, давайте мы с вами поговорим про те мероприятия, которые организовывает Network 21 специально для того, чтобы мы с вами могли показать людям, да, то есть потому что у меня, знаете, даже есть такая фраза, наш бизнес является показательным, да, его, конечно, классно раньше мы показывали там на кухне у себя, там, да, возможно, где-то в кафе, сейчас это все в онлайне, как бы, но все равно живое общение, да, о чем вот я говорила, и Татьяна, да, как бы, вот этот обмен энергией, да, никто этого не отменял, и, конечно, масштабы всего этого мы можем видеть именно на мероприятиях Network 21. За что люблю эти мероприятия? За то, что они всегда сделаны по высшему разряду, за то, что никогда не стыдно привести туда человека абсолютно любого уровня, да, то есть посадить в зал, и чтобы он начал абсолютно по-другому, абсолютно под другим углом смотреть на наше мероприятие. Таких бизнес-форумов будет 11 вот числа стартует ноября, это в Москве, 18 Ростов, 25 Тюмень, и в декабре у нас будет еще два мероприятия, это будет Челябинск и Казань. Поэтому на сегодняшний момент мы как раз вот с вами перед стартом таких глобальных 5 мероприятий, и в принципе вся наша работа, да, которая была, ведется вот все это время, да, она вся ведется для того, чтобы мы новых людей с вами могли посадить в зал и показать им с вами наш бизнес изнутри.
Да, еще хотелось бы остановиться на том, что Network 21 приготовил для нас и для компании, вернее, МВ и Network 21 совместно приготовили для нас такой еще подарок, да, то есть как розыгрыш среди тех, кто станет управляющим лидер-клубом, да, за этот финансовый год. Это абсолютно несложно, и вот Елена в первом своем выступлении, да, показала, вернее, этот путь весь с цифрами, да, и совсем подготовил для нас такой подарок, как Iron Grill, за тех, у кого будет 5 таких партнеров, которые закроют уровень лидер-клуба, и для тех, кто закроет 3, вернее, у кого будет 3 партнера, для тех любой из наборов iCook идет в подарок. Вот, наверное, если говорить со стороны технической, да, то есть информации, у меня, наверное, вся информация. Я бы хотела единственное, знаете, что еще сказать вам. Вот буквально несколько дней назад я разговаривала с человеком, который начал учиться на администратора онлайн-школ в просто, ну, как бы на такую профессию, да, и знаете, первым уроком, что было, психология достижения успеха, где были перечислены абсолютно все наши книги, да, то есть такие, как «Магия утра», такие, как «Выйти из зоны комфорта» и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, Network 21, ну, лично для меня, да, то есть вот в эти турбулентные времена, да, как бы классно, что у нас хорошие есть товары, классно, что у нас есть хорошие бонусы и все остальное, но очень много нам нужно делать со своей, работать со своей головой, потому что наш мозг очень хороший слуга, но слишком плохой хозяин для нас. Поэтому я вам желаю, чтобы ваш мозг был все-таки вашим слугой, а не хозяином, а именно это позволит сделать нам Network 21. Всем хорошего вечера. Анжела, спасибо большое. И в продолжение, знаешь, ты так затронула об актуальности онлайн-школ, онлайн-курсов, и, собственно говоря, Acalife Academy – это не исключение, это тот инструмент, который используем мы, в частности. И у меня есть для всех вас прекрасная новость, потому что у вас последний выступающий. И более того, после последнего выступающего у нас еще будет супер такая приятная история. Это будет розыгрыш, и мы будем разыгрывать ценные подарки среди тех, кто как раз-таки научился делать 200 баллов личного товарооборота. И помимо подарков, которые будет себя включать и там маска, ну, в общем, пусть будет это секретом, сюрпризом небольшим, да, но немножко спойлерну, что мы будем сегодня разыгрывать как раз-таки вот еще и две книги из нашей библиотеки Мобайла и Network 21. Но это через некоторое время, а сейчас прошу Андрея Вдовенко расскажет как раз о нашей школе Acalife Academy. Так, мне тогда нужно включить презентацию. Всем здравствуйте. Я всех знаю. Смотрю на видео, я всех знаю. Так, сейчас мне или права организатора дадут, или просто разрешат. Андрей, все доступно, можно включать презентацию. Можно включать, понял. Так. Так. Все, отлично. Так, презентация, надеюсь, всем видна. Итак, значит, у нас есть наша школа Acalife Academy. Она очень часто упоминалась всеми, и Ольга Широкова показывала даже, что у нас есть и группы, и ВКонтакте, и все, что угодно у нас есть. Везде звучит это название Acalife Academy. Это онлайн-платформа, на которой расположены определенные курсы, то есть онлайн-марафоны, которые помогают нам как раз и делать товарооборот с клиентами, помогают нам строить бизнес. Итак, адрес вы видели. Так, Acalife Academy. Какие у нас есть там курсы? Значит, марафоны. У нас есть 4 марафона по здоровью и 3 по красоте. Значит, марафоны по здоровью. Body Guru – это марафон похудения. Я буду коротко говорить. Body Detox, ну, это самая, пожалуй, наверное, известная у нас программа, которую Amway запустил еще в 2018 году. Вот, и у нас такой есть целый марафон, самый, наверное, популярный. Функциональное питание,
здоровье кишечника. О нем сегодня очень много говорилось. И Лена Людько говорила также про здоровье кишечника. И три марафона по красоте. Это Beauty Detox, Beauty Activация 2.0. Значит, я в конце еще вернусь к ним, к этим марафонам. Но здесь очень важный момент, наверное, не то, что у нас есть, а то, как это надо все использовать, да, для себя, для построения бизнеса, для создания товарооборота. И здесь очень такой важный момент, что каким образом попадают люди на, собственно говоря, эти марафоны. Ну, если впрямую говорить с людьми просто сразу вот сходу, про, что у нас вот есть, вы можете пройти, ну, это работает, но работает, как показывает практика, слабо. Все равно, когда есть определенная персональная диагностика, а что в него может входить? То есть это может быть Nutrilogic, могут быть весы Танита, Рофес, биоанализатор. И, вот Татьяна Глушакова говорила, у них там диагностика кожи. Это тоже через такой, какая угодно диагностика, она призвана, чтобы актуализировать у человека проблему. То есть, чтобы у человека родилась определенная потребность, да, как эту, значит, вот эту задачу, да, значит, надо начать решать. Идем дальше. Значит, каким образом люди приходят на эту персональную диагностику? Здесь, конечно, надо вспомнить, так сказать, выступление Ольги Широковой, потрясающее, она все рассказала. Привлечение онлайн. У нас идет работа в соцсетях, проведение прямых эфиров, проведение интенсивов, ведение сообществ, все что угодно. То есть здесь надо, конечно, начинать с шага номер ноль, с определения целевой аудитории, которая, как тоже показывает практика, наверное, должна больше, ну, соответствовать, будем так говорить, нашему возрасту или чуть-чуть моложе. Потому что люди, которые развиваются, они, у них всегда мозг несколько моложе, чем это вот там написано в паспорте. Вот это вот как раз Анжела только что говорила про Network 21. Поэтому определение сначала целевой аудитории, вы четко понимаете ее проблемы, ее задачи, понимаете, чего люди хотят, да, что они смотрят, чем интересуются, и все. Ну и также плюс, конечно же, это привлечение офлайн. Это участие в мероприятиях, это проведение собственных мероприятий, это знакомство, это какие-то рекомендации, которые вам будут давать, и так далее, и так далее. Вот все это приводит людей на персональную диагностику. Персональная диагностика дает, то есть она дает продажи, как здесь и сейчас, да, продажи БАДов, это, ну или продажи косметики, да, там, и уходовых средств, и декоративки, и неважно, чего угодно. Или продажи своих услуг, если вы используете, например, Dermasonic, да, точно так же вы можете с персональной диагностики привести туда и на этом также зарабатывать. То есть, соответственно, у вас будет или здесь разовая продажа, да, когда человек, вот, ну вот ему надо, вот, вот он узнал, он купил и ушел, да, так бывает. Или это идет продажа программы. Вот продажа программы – это как раз довольно такая хорошая вещь, потому что ну, как бы мы сами определяем даже на диагностике, если по набору, например, тех же БАДов, мы понимаем, что человек по сути покупает там программу, не программу, а набор там Body Detox, или почти покупает. Да? Вы можете сказать, что если вы еще купите вот это, можете зайти, у нас есть вот такой-то марафон, и таким образом человека перевести на марафон, на, так уже на платформу Calife Academy, на какой-то из марафонов. И это могла бы быть уже программа такого пролонгированного, там, персонализированного сопровождения, да, клиента, или там, персонализированной какой-то заботы. Да, такой. Вот это ведет к тому, чтобы клиент становился многоразовый, да, такой постоянный клиент. Ну и, соответственно, когда человек проходит какой-то марафон, он точно так же может опять вернуться на персональную диагностику. Ну, ярчайший пример – Nutrilogic, который мы всем рекомендуем минимум 4 раза в год проходить Nutrilogic, потому что ну, у нас есть 4 сезона и, соответственно, 4 структуры питания. Да? Там мы где-то в какой-то период мы едим там дыни, арбузы, а в какой-то больше, например, консервант. То есть, соответственно,
Таким образом, вот Эколайф Академи вот, вплетается органично во всю нашу работу. Ну и следует также сказать, вот опять же возвращаясь к выступлению Елены Рудько, которая говорила о работе с врачами, вот та же самая схема, которую можно представлять врачам, она достаточно простая и понятная, в общем-то, особенно человеку. У человека, у которого есть определенное базовое образование в медицине, в спорте, неважно, то есть этот человек может очень легко это все понять, взять и использовать, и зарабатывать деньги. Итак, Эколайф Академи. Значит, здесь опять же то, о чем говорила Татьяна Глушакова, 300 баллов личного товарооборота. Товарооборот одного участника марафона, вот посмотрите, то есть если человек заходит, допустим, там, боди-гуру, там есть два вида наборов, да, но один дает 204 балла, другой там 151 балл. Понятно, что 300 баллов личного товарооборота с клиентом сделать, ну, заведите одного, один-два там клиента, вот вам уже 300 баллов личного товарооборота. То есть с платформой Eco-Life Academy здесь речь идет уже, наверное, не о 300 баллах, а уже, может быть, там и за 500, за 600 легко шагнуть. Ну, весь вопрос только в количестве, будем так говорить, работы и в том, как вы себя прокачиваете как профессионал в той или иной области. Вот. Ну и точно так же здесь по любому марафону можно смотреть, что детокс, что функциональное питание. Сейчас, допустим, уже когда идет осень, да, сейчас, в принципе, в равной степени актуальны и как марафоны здоровья, так и марафоны красоты. Ближе к Новому году, наверное, будет более актуальны марафоны красоты. И вот смотрите, опять же, Beauty Detox. Вот набор, там, три маски. Это 47 баллов. То есть это, ну, достаточно... Сам по себе он интересно сделан марафон, и он такой очень сильно вовлекающий, создающий определенное комьюнити, где барышни ухаживают за собой, причем уход минимальный, но он дает максимальный эффект. Да, вот тот, кто проходил Beauty Detox, тот понимает, что такое 7 минут в день. Да? Дальше то же самое бьюти-активация, то есть вы или ночная маска, или маска плюс сыворотка. Посмотрите, какой это дает товарооборот. Вот, таким образом, ну и бьюти-активация 2.0, понятно, там набор сывороток. Собственно говоря, вот что из себя представляет наша платформа, то есть вот так ее можно участвовать и таким образом и развивать свой бизнес. И самое главное, вот через использование нашей платформы можно создавать дублирование, дубликацию, то есть расширение своего бизнеса за счет привлечения других людей, которые также будут в вашей команде зарабатывать деньги, себе деньги зарабатывать, и таким образом будет расширяться бизнес. Вот, собственно говоря, наверное, все, что я хотел сегодня сказать. Так, Света в кадре. А это значит, что мы, наверное, органично переходим к следующему этапу. Да. К следующему этапу. К следующему этапу, пока Андрей настраивает. Андрей, спасибо большое. Вот, я думаю, что у нас сегодня какие-то все темы такие органичные. Я думаю, каждый из выступающих, вот это был определенный пазл, который, я думаю, у нас у всех сложился чудесную такую картинку, понятную, прозрачную, с такими пошаговыми какими-то рекомендациями, как, собственно говоря, сейчас строить бизнес, зарабатывать деньги, развиваться в этом предпринимательстве. Ну и пока Андрей настраивает рандомайзер, я немножко расскажу... Ты делаешь, да? Вот, я немножко расскажу о том, кто у нас сегодня участники нашего розыгрыша. Значит, участники – все те партнеры, которые сделали в сентябре, по итогам сентября, 200 баллов личного товарооборота вместе с клиентами. Что мы будем разыгрывать сегодня? Андрей сейчас поделится экраном. Да. Да? Угу. Вот, и разыгрывать первый, я думаю, такой, ну, один, наверное, из ценных призов, это... Вот наверху. Вот у тебя. Меня не видно? Или видно?
Да. А вот Ирина Голованова, у вас микрофон включен. Это будет книга, пожалуй, одна из самых, наверное, ну не побоюсь этого слова, главных книг Network 21. Это книга основателя Джима Дорнана, просто, но не очевидно. 10 вещей, которые я знаю сейчас, и которые мне стоило знать раньше. То есть это вот все то, что самое главное о нашем бизнесе. И эта книга достается... Да, всем видно, да, что ты поделился экраном, всем видно рандомайзер, да? Да-да. Ну и так, барабанная дробь. Кто же наш первый победитель? Так, нажимаю. Волкова Виктория. Мы Волков. Вас поздравляем. Свяжитесь после эфира. Эта книга обязательно полетит к вам. А вторая книга, это как раз-таки из новой серии. Это как раз книга про эмоциональный интеллект, про уверенность, и здесь как раз говорится, ну, о том, что насколько вообще уверенность важна, и прочитав эту книгу, вы поймете причины, может быть, своей какой-то неуверенности, узнаете, как быстро восстанавливаться после неудач, научитесь ставить реалистичные, но достижимые при этом цели. И освоить эффективные техники, которые помогут воспитать в себе уверенность. В общем, эмоциональный интеллект – это одна из таких сейчас наиболее актуальных тем, наверное, в развитии личности. Поэтому эта книга улетает у нас Цветковой Валентине. Поздравляем! Ну, а сейчас Андрей как раз-таки говорил о том, что у нас скоро, ну, сейчас осень, да, скоро зима, и один из самых таких важных витаминов солнечных – это витамин D, который, в принципе, наверное, необходим практически на постоянной основе абсолютно всем, кто живет севернее Рима, а это все мы, поэтому чудесные витамины Nutrilite D улетает. Кто хочет, и достается, кто хочет, как Лена Рудько, поднять себе за месяц на 30 единиц международных витамин D, значит, кто будет поднимать? Савченко Лилия. Савченко Лилия, поздравляем. Ну и последний приз. Мне кажется, что это как раз-таки... супер важная и нужная вещь для красоты и для прохождения, в том числе, бьюти-детокса. Это увлажняющая маска Artistry Signature Select. И она достанется... Савина Елена. Поздравляем! Я думаю, что все, кто присутствовал и участвовал в нашем розыгрыше, и те, кто выиграл, сейчас радуются, и те, кто не выиграл, радуются за выигравших, и, конечно же, будут участвовать в следующих розыгрышах. Для этого нужно просто выполнить очень несложные квалификационные требования. Ну что, наша встреча подходит к концу, и вот вы знаете, как бы, как вот такой главный завершающий аккорд, ну невозможно же, конечно, не дать слово нашему лидеру, руководителю, человеку, который присоединился к нам на эту встречу, Тарас. Мы не можем завершить эту встречу, не услышав вас. Спасибо огромное, я получил огромное наслаждение, слушая всех руководителей, и это очень, ну, это топ-лидеры, и это очень высокий уровень лидерства. Спасибо всем. На самом деле, все, кто здесь присутствует, вы избрали самую крутую профессию, профессию будущего, с которой вас никто никогда не уволит. У вас всегда работы хватит, потому что люди всегда захотят зарабатывать, люди всегда захотят быть здоровыми, люди, женщины всегда захотят быть красивыми, а мужчины тем более должны уже полюбить себя, потому что реально, ну, мы в семейном бизнесе, и в 100 лет и мужчины, и женщины мы должны выглядеть шикарно. И я хочу сказать, что действительно это круто, когда вот есть надежная команда. Да-да-да, я уже включил. И поэтому поздравляю с правильным выбором, это на долгие годы, так как для нас с Ириной на 27 лет это стало частью жизни. Завтра мы уезжаем в Мюнхен, там будет Европейский совет компании Amway, прилетает с Америки Дэвид Дорнан,
Уже у нас в воскресенье с Хансом Нускальдом будет обед. Звук. Тарас, звук опять пропал. Да что это такое? Сангвинику нельзя ничего в руки давать. Я не отключаю. И мы будем обедать в воскресенье в Мюнхене с Хансом Нускальдом. А уже понедельник прилетает Дэвид Дорнан с Америки. И где когда-то я думал, что мы можем где-то так встречаться в любой части мира с людьми, которые в мире имеют большое имя. Вот эту книгу, которую вы сегодня разыгрывали, просто ну, не очевидно. Ну, у меня есть английская версия, подписана отцом Дэвида Дорнана, Джимом Дорнаном. Это уже история книги, по-моему, не знаю сколько, 15 лет, когда Джим Дорнан нам подписал. Это семья, это традиции, это будущее. Компания будет нам рассказывать о новинках, о новостях, о финансовых, о продуктовых. Мы будем советовать компании, как члены совета основателей. Мы будем 3 дня находиться в Мюнхене. Уже наши партнеры в Мюнхене напланировали на 18 число будет, кстати, в Мюнхене будет открытая встреча. Мы, Таня Ланюк, вам вышлет обязательно информацию. И там будет наши партнеры с Мюнхена. Это Жанна от Елены Рудик, она 15% уровень уже в Германии имеет. Целый день нам расписала личные встречи, и вечером будет открытая встреча. Наша Рубин за прошлый месяц, у нас в прошлом у нас в августе новый изумруд и новый рубин. Ирина Головатая со Львова стала новым рубином. 21 000 баллов. Не 20, 0001 и паста еще одна. Почти 21 000 баллов. Она говорит, и сыпется, и сыпется. Мы говорим, Ира, как там у тебя? Там 2 часа вечера. Она говорит, уже давно закрылась и сыпется дальше. То есть вот она реально просто любит этот бизнес и сразу результаты эти чувствуются. Она поехала в Голландию, там новый бронзовый старт у Ирины, Ольга. Порядка вот они за 2 дня 15 человек зарегистрировали в Голландии. И мы с Ириной после Мюнхена едем в Голландию. Они уже организовали там встречу, сейчас они провели какой-то форум по здоровью. То есть, неважно, где ты живешь, в какой части мира, все люди хотят деньги, все люди хотят здоровья, все хотят быть здоровыми, красивыми и счастливыми. И правильное окружение. И поэтому мы поедем в Голландию, Дания и Бельгия. И потом уже вернемся сюда домой. Поэтому это бизнес, не знаю, это стиль жизни, это философия, это ценности. Это очень круто. И вы знаете, я вчера приехал из Киева, был неделю назад я выступал на форуме, на бизнес-форуме, а вчера я ездил учиться на крутом форуме, где были все практически спикеры списка Forbes. И вы знаете, вот что я записал себе. Нам всем нужно научиться работать в новом гибридном формате между офлайном и онлайном. И вот как раз выиграют те, кто будет именно научиться в этом формате работать. И вот мы – это лучшее доказательство тому, как мы работаем в офлайне, как мы работаем в онлайне. Мы знакомимся и в чатах, и в телеграм-каналах. И мы знакомимся на улице во время зарядки, или же идем в спортзале, или в банке, или еще где-то. Мы живучие, и наша система живучая, потому что реально у нас гибридный формат – офлайн и онлайн. Это прекрасное наше преимущество. Кто-то в Санкт-Петербурге, а его группа находится в Норильске. Кто-то находится в Москве, а кто-то находится в Екатеринбурге. Одним кликом мы присоединились за 1000 километров увидеть друг друга. Поэтому этот формат очень перспективный. В поиске кадров выиграет компания, которая будет иметь мощный бренд. И вот как раз и компании, и люди, которые будут иметь мощный бренд. И вот каждому из нас нужно неустанно работать над своим персональным брендом. Но нам компания тому в помощь, марафоны тому в помощь, спикеры, которые дает нам компания. Вы видели там и Дадали, и Семирядов, и Бодрова, и все остальные. Но это круто иметь кликом
доступ к таким спикерам-экспертам. Самому каждому вас пригласить на такой эфир экспертов, это очень тяжело. Network 21, обучение от Network 21. Вот такие обучения, как сегодня, ну это реально, это высший пилотаж. Поэтому, конечно, в будущем не будет проблем у тех, кто будет иметь персональный бренд. Идет борьба за молодежь, а молодежь идет за теми, кто креативные. Вот я смотрю там Анита, еще там кто-то. Это вот всегда смотрю на веселое, положительное, красивое. Она учится у старших, она учится у молодых. Но она понимает, что вот с такой идеей крутой она создаст свой бренд, она создаст свое окружение, своих пригласить своего возраста. Ну круто. И реально в этом есть большое будущее. Также, когда мы начинали бизнес, нашей племяннице было 4 года. Но сейчас ей 30 лет, она входит в Европейский молодежный совет компании MWay. Оленка, у нее дочери 3 года. Дочь уже рассказывает маркетинг-планы. Дочь выходит с ней эфиры. Оленка ведет эфиры «Я мама». То есть она вот, в принципе, это ее сейчас фишка. Она молодая мама, и она рассказывает эфиры для молодых мам. Поэтому каждый находит свою какую-то сильную сторону. И поэтому, вы знаете, я не хочу долго задерживать время, потому что было нереально крутое обучение. Вы сможете пересмотреть, потому что со всего есть записи. Со всех марафонов есть записи. С этого обучения тоже есть запись. Кто не успел посмотреть, можете им рекомендовать или же переслать, чтобы они могли посмотреть это обучение. Но я хочу поздравить вас. Поздравить с тем, что есть в руках у вас такая крутая возможность, что у нас с вами есть крутые наставники, и мы передадим вот от всех вас, я сделал фотографию, я передам, поэтому включайте фотографии, чтобы не было этих черных пятен напротив вашей фамилии. Включайте фотографии, готовьтесь к эфирам, чтобы вы были вот одеты, помада, тени. Ну, это праздник, делайте всегда из этого праздник. Передадим привет Хансу Еве Нускальд, Марику Изабелле Буйвицким, передадим привет Дэвиду Торнану. Да, мы едем работать, да, мы едем отдыхать, да, мы будем пить пиво мюнхенское, баварки, есть колбаски. Мы вот живем этим бизнесом, и бизнес живет и любит нас. Поэтому всем хорошего настроения и управляйте сами своей жизнью. Не надейтесь ни на кого. Вот самое главное, вся жизнь и все самое лучшее у вас в ваших руках. Мы никогда вас не оставим, мы всегда будем вместе с вами. И на еженедельных открытых встречах, и на презентациях будет, и на марафонах. Я благодарю всех руководителей, Андрея, Светлану, и всех-всех спикеров, кто участвует, и Анжелу, Евгения, всех-всех, каждого, кто принимает активное участие в этих марафонах. И потому что команде наша сила огромная. Спасибо вам, не хочется с вами расставаться. Ирина передавала огромный привет, потому что она была с вами, но она параллельно уже с нашей местной командой драйвит, потому что начался финансовый год, и у людей очень огромные цели. И особенно, когда они увидели новых изумрудов, они увидели новые рубины, новые платиновые, платиновые основатели у нас сейчас. Мы едем в Европу делиться опытом, потому что компания MWay Европа говорит, что вы там делаете, как вы там делаете, что у вас такие новые уровни. Просто мы делаем, но делаем системно эту работу. Спасибо огромное всем вам. Спасибо за организованное обучение. Такие встречи у нас будут ежемесячные. Ну и успеха каждому вас в новом финансовом году. Да, спасибо, Тарас. Спасибо за наставничество, за ваше лидерство, за вашу поддержку. Мы будем с нетерпением вас ждать из Мюнхена с новостями, с впечатлениями. Поэтому с нетерпением будем ждать следующей встречи с вами. Ну, я всех благодарю. 21 октября, не забывайте, кто в Санкт-Петербурге, обязательно будет, посетите офлайн обучение, которое будет проводить вся наша команда, и там будут круглые столы, и спикеры, и эксперты, так что старайтесь офлайн встречи тоже организовывать у себя и использовать их на полную. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, я благодарю всех спикеров и всех, кто сегодня был на этой нашей встрече «Ключевой человек». Я всем желаю хороших результатов, получать удовольствие не только от процесса работы, но и от результатов. Всего доброго. Мы на этом заканчиваем. Запись будет в чате.